Так, ладно, попытки номер два, не будет у нас долгого включения музыкального. Попробуем начать сразу, что-то сегодня у меня ОБС-очка капризничает. Ну, вроде как наладилось все. Ребят, подскажите, что там у нас со стримчиком? По-моему, сейчас должно быть все хорошо. Лагов я вижу, что нету. Всех рад видеть, всем привет-привет. Всем доброго вечера. Сегодня мы опять копаем. Как я уже говорил на прошлом стриме, у меня программа максимум. Мне нужно обязательно копнуть 30 лярдов, потому что мне нужно оплачивать лопаты. Я очень не хочу делать это с карточки в этот раз, потому что уже вроде как все хорошо. Так. Мы на прошлом стриме с вами копали оровскими стрипами, копали тефтерами кристаллами. И знаете что? Я покопал еще тефтерами кристаллами для, так скажем, понимания, да, для чего они нужны. Я для себя лично сделал вывод. Рорка плюс 12 скалков копать нормально, удобно, эффективно. Колоссал там Энормус тефтерами кристаллами не может. Это неудобно, это очень много руды уходит просто в небытие. То есть если мы копаем оровскими, да, кристаллами, мы с колоссала забираем 1 миллиард 250-260 миллионов иск, да? А если мы копаем тефтерами кристаллами, забираем всего 700 миллионов. А разница по времени, ну там несущественная. Ну, не знаю, на 15, может быть, ты минут дольше оровскими стрипами покопаешь, что зато, грубо говоря, на пол лярда ты больше выносишь. Тефтеры и кристаллы имеют место быть на лунах. Вот, ну, не, опять же, недорогих. Да, там это можно оправдать, потому что луны не особо дорогие, и повысив качество, так скажем, выработки, да, количество выработки там, то мы можем как-то сравняться. То есть вот такие вот дела. Оровские стрипы — это, в общем, мой выбор. Возвращаться к тефтерим кристаллам буду только в случае, если это луна. Луны мы еще покопаем. Итак, ребят, здравствуйте. Будем потихоньку начинать. Так, чатик, я читаю. Просто была мысль, которую я все хотел донести до вас. Так. Опять этот лысый. Нет, я не из Brothers, ты шо, прям? Осуждаю. Когда будет 24 майнерский стрим? Блин, вот я это хочу сделать или завтра, после ДТ, или на днях. Но тут нужно подготовиться, понимаете, я как бы семейный человек, у меня двое деток. И мне надо это все как-то будет скомпоновать, согласовать, чтобы мне тут тоже там не дергали особо. И я был свеж, отдохнувший. Но я думаю, сделаю, потому что мне это интересно. Привет, с тобой можно в три смычка? Можно. Я очень часто копаю вне стрима, но пока на стримах я с кем-то не копаю, потому что это неудобно. Вот, и я бы не хотел отвлекаться на эти вещи. Возможно, мы как-нибудь и практиковать будем такую штуку, что типа совместный майнерский стрим там с вами, мои дорогие подписчики, зрители. Я подумаю, как это лучше сделать, но в такие вот просто стандартные стримчики нет. Но всегда можете мне ингейм написать. А ты можешь подключиться в Discord, вступить в гуны к нам в корпу. Ну, не обязательно к нам, просто в любую корпу гунов. Ну и там будем ловиться либо ингейм, либо через Discord, либо через корпу. Потому что вне стрима я тоже очень часто копаю. Не только копаем, мы там пиу-пиу летаем с ребятами. Поэтому пишите ингейм. Я в EDT уже. Ну все, супер, тогда в дискордчик пиши. Я, когда буду какие-то такие политухи собирать, я обязательно буду через дискордчик сообщать. Так, я уже поставил, так скажем,
реконом своим. Эту буку. Давайте пробросим флот. Как всегда, мы это делаем в пару кликов. В общем, настраиваемся на копочку. Давайте, давайте потихонечку, потихонечку. Прогоним. Так, сейчас я сразу состав флота сохраненный. Стахановцы. И фигачим сразу в нашу эскадру. О, ну слава богу, что стримчик не лагает, а то я что-то переживать начал, что какие-то были лаги. Привет, что сегодня копать будешь? Да также покопаем колоссал и нормус. Мне надо, говорю, я как бы особо сейчас разнообразие не хочу устраивать. Только по одной причине, что мне нужно копнуть 30 лярдов. Я уже порядка, наверное, 10 копнул. Вот надо сейчас будет за это все время, за где-то 4 дня мне надо 20 лярдов копнуть. Но, собственно, стрим 24 часа, который я планирую, он для этого и предназначается. Чтобы я мог оплатить лопатки. Все хорошо. Я помню, на прошлом стриме кто-то хотел очень в Mumble связаться. Я так и не понял, кто это ингейм. По поводу того, что типа как расставлять этих. Как расставить правильно с вторыми кристаллами на, допустим, колоссале лопаты. Но, блин, даже если ты как-то их расставишь, что будет хватать, да, на всех по рейнджу, это дико неудобно, когда ты выносишь, говорю, лярд 200, либо ты выносишь 700 миллионов. Разница там больше, чем полмиллиарда из-за отходов, да, ты вторых кристаллов. А разница по времени, она не настолько прям вот критична, что, грубо говоря, ты вот всем этим составом только дольше будешь там переставляться заново, перелетать, поэтому так. Привет, что сегодня копать? Я так ответил. Здорово, парни. Есть смысл копать двумя рорками или выхлоп будет очень мало? Двумя рорками смысла копать нету вообще никакого. Будет смысл копать одной роркой плюс Халк. Так смысла будет намного больше, потому что сами по себе рорки сейчас, к сожалению, копки бесполезные. Здорово, парни. Так, я так сильно хотел к вам в карпу, прошел собеседование, а потом спрыгнул из-за того, что аккаунт надо привязывать к сайту. Все логи, все сообщения на видном месте. Как-то это отпугнуло. Личное. Слушай, да никто не будет лезть к тебе там в личные твои сообщения, там читать, да, что там, как. Это делается для того, чтобы в случае каких-то подозрений мы могли оперативно обнаружить спая и кикнуть его с карпы. Это все ради безопасности, потому что карпа — это одна из топ-корпораций. Вот по итогу прошлого месяца мы вообще в гунах как топ русскоговорящий коллектив. Ну, соответственно, и ассетов очень много, и ребята тут и на титанах летают, и на мазерах, поэтому это просто защита от спая. Ты зря вот так вот прям к этому относишься. Я еще раз говорю, это делается для того, чтобы в случае каких-то подозрений SEO или там офицерский состав корпорации могли в случае подозрения, опять же, чекнуть там какие-то данные, и если они найдут, что там человек действительно спай, там какую-то переписку подозрительную с кем-то вел, какие-то данные стратегические, да, корпорации кому-то передавал, тогда, ну, это вот для этого, в общем, делается. Так что не парься.
Я вот теперь добавил пятую лопату и начал генезис копать. Генезис копать. Ну вот. А когда и как розыгрыш будет? Да как у всех будет розыгрыш. Я просто подготовлюсь к нему. Мы отдельный стримчик подведем, потому что, ребят, всем спасибо, кстати, хотел сказать. Мы набрали, вот перевалили за первую 1000 подписчиков на Ютубе. Это прям, ну, для меня такая очень важная точка отсчета. Вот, надеюсь, и дальше будем расти, расти и расти как канал. И это сможет в дальнейшем перевести к какой-то мой основной род деятельности, как скажешь, full time, чтобы я мог для вас делать интересный контент. В общем, вот так. А стрим с розыгрышами будет отдельный стрим. Посидим, поболтаем. Я не знаю, я возьму какого-нибудь там виноградного сока. Подберу для вас очень интересные там подарочки. Понятно, что в нулях их разыгрывать смысла нету. Мне нужно это будет все перевести в житу, а может быть и в житу сразу и закупить. Вот, я, в общем, устрою такой стримчик хороший. Будете плюсики ставить в чатик и будем прогонять. Так, мы флотик создали. Все у нас вроде чистенько по Intel'у. Все хорошо. Давайте будем потихонечку андокаться. Полетим. Я, кстати, хочу еще покопать лед. Мы еще ни разу не копали лед. И тут как раз таки так совпало, что у нас очень много сейчас своих цитаделек стоит в системе со льдом. Сейчас пока будем копать, посмотрим. У меня часть лопат умеет лед, часть не умеет. Но если что, подольем и попробуем. Может быть, даже сегодня посмотрим. Там этот же вопрос недолгий. Так, перегруппировать. Мне даже интересно, я, если честно, лед вообще никогда раньше не копал. Все ждал, так скажем, да? Ну, я так подозреваю, что, возможно, лед будет очень даже неплохо по доходности показывать. Орка нужна под лед и луну. Ну, можно будет и орочку разыграть. Можно будет и орочку. Я вообще, да, розыгрыш будет, понятно, что там, ну, какие-то покрасочки редкие, это само собой. Но что-то серьезное мы обязательно разыграем. То есть... Перегруппировку можно на кнопку выставить, если что. Ну как луна? Какая луна, Вань, не понял немножко, что за луна? Перегруппировку можно на кнопку выставить. А как на кнопку выставить? Что-то я не вижу, а где Паш, привет. Перегруппировка, я не вижу. Пеленгатор вижу. Лед, по сути, как луна. Но аномальки подороже, да, я понимаю. Навигация, Fleet Regroup. Да, все хорошо. Navigation, Fleet Regroup. Наверное, надо искать Regroup. Ладно, короче, потом разберемся. Что-то сбить меня с толку получилось. Так, у нас все готово. В общем, полетели мы. Колоссальчик. Ребят, скажите, пожалуйста, музычка не мешает? Может быть, потише сделать? Я чуть-чуть сейчас по-другому устроил по звуковой системе себе, чтобы она мне в наушники не била. Но если не мешает, все хорошо, спасибо. Лед.
Летим, летим. Блять, опять у меня Дискорд флудируем. Вот так вот сейчас, ребят, сделаем, чтобы я... Так вот, отлично. О, пропащая душа. Привет, Ир. Привет, привет. Привет, Лёш. Как дела твои? Майнинг-медитация сегодня будет. А я сегодня еще так под вечерочек взял шоколадочку. Будем копать, печать и шоколад. Так, все хорошо у нас. Так, вроде все хорошо. Мне тут посоветовали, кстати, давайте встаем, сидж. Сразу раздаем бонусы. Сразу по прилету выкидывать депошку. Так, ладно, сейчас развернется. Блин, как я люблю, когда рорка встает в сидж. Это реально красиво. Вся такая разбирается. Только так, выкидываем сразу депошку, потому что она онлайнится минуту, а у нас, если что, перифит смартовый обязательно должен присутствовать. Почему? Потому что если будет какой-нибудь бабродроп, мы этими смартами снимаем ДПС себя практически полностью. Так, выкинули контейнер. Как вы помните, нам еще нужно сразу в него закинуть какой-нибудь скриптик один. Ой. Все, здесь мы готовы. Ророчка готова. И погнали уже выставляться лопатками. Начинаем с дальних камешков. Так. У нас почему-то движется куда-то рорка, непонятно. Все супер. Ну, погнали дальше расставляться. Ну, кстати, этот покусанный колоссал уже. Тут кто-то сожрал меркоцит. Я, кстати, знаете, относиться стал как-то совершенно по-другому к меркоциту. И немножко сейчас не понимаю, зачем люди его прям в самую первую очередь его срывают. Как для меня, наоборот, он, знаете, как бы... Немножко геморройная тема, потому что мне надо перефитить там какие-то часть лопат, покопать его, а от него выхлоп-то не такой-то и большой, на самом деле. И, может быть, если ты одна-две лопатки, да, возможно... Он имеет какой-то интерес. Но чисто вот сейчас для меня меркоцит как бы... Именно вот в аномальке. Особо как бы и не нужен. Наоборот, немножко подбешивает иногда. Подбешивает в каком плане? Когда ты копаешь, ты уже выкопал, грубо говоря, 0.200, да? Выкопал 0.200.
Но тебе надо лететь, перефичивать рорку, перефичивать лопату, ну либо с собой фит возить. А все для того, чтобы копнуть вот эти там, ну сколько там, 120 миллионов этого. Ну в колоссале примерно на 120 миллионов, да, по-моему, меркоцита, как бы там, копейки. Так, чатик, я сейчас пока не обращаю внимания на вас. Почему? Потому что мне надо выставиться. Выставлюсь и уже потихонечку начнем болтать, отвечать на ваши вопросы. Так, чуть-чуть подлетим. Так, а я на предыдущее запустил? А, все запустил. Главное не бомпануться ни в кого еще. Что-то тут далеко прям. И только не бомпай, пожалуйста, рорку. Ну, увы, по-другому не выставишься. Вот этот контейнер, потому что падает в совершенно разных местах. Не совсем я понимаю, почему. Так, все, тут цикл запустили. Я не помню, все запустил. А, вот тут уже поближе. Вот мы с другой стороны рорки стали просто. Угу. Так, ну что, осталось выставить три лопаты. И начнем уже по полной прям. Так, тут мы тоже, по-моему, поближе. Опаньки. Уже отвалился один камешек. Неожиданно. Евгений Брусенко, привет. Спасибо за подписочку. Присоединяйся, располагайся, наливай чаечек. Мы сегодня копаем. Так, две лопаты осталось выставить. Слушай, еще один камень. Тут прям на, ну, походу прям хорошо начатый. Ну хотя, может быть, мне так повезло сразу их отвалить. Тут обычно, если камешки колоссали не начатое, их на довольно долго хватает ауровскими-то стрипами копать. Так, ну все, мы вроде выставились. Все, погнали, короче. Угу. А, это первый, кстати, Халки профигачили. Все, погнали дальше. Я скидываю все в этот enormous контейнер, потом подбираю это роркой и сжимаю уже на ее борту. Что мне все-таки нравится в Халках? Многие, знаю, ребята копают на Макинавах. Но, блин, Макинава, она, конечно, намного дольше это все делает. Макинава намного дольше это делает. Да, Паш, ровнее спинку, я и так держу хорошо. Но спасибо. Так, наполовину заполнили. Тут уже следующий рецикл пошел. Итак, чатик. Заказал рорку, уже строят. Ну блин, шикардос.
Шикардосы серорочку строят. Слушай, а сколько сказали по времени будет строиться она? Ну просто, как бы, не проще купить было? По-моему, хватает их улов. Ну хотя, если прям разница в цене хорошая, то... Камешки отлетели, вот это разбой в рецикл уходит немножко. Такое себе. Так, все. Хорошо. Давайте прожмем. Отлично. Паш, давай в дискордик напишешь. Сейчас на стриме, как бы, тут про Еву, тут про байнинг. Вот. А... там можно будет и этот, переписываться по личным темам. Ой, я представляю, как это 10 плюс лопат фитить. Я с 5 уже начинаю теряться. Но фитить как бы не особо-то сложно. Ты один фит сохраняешь, просто везде его применяешь и все. А сколько по искам вырыть? По искам получается 1 470 000, если меркоцит копать. И 1 250 000, если без мерка. Если мерк не будешь выкапывать. Вот как так, в маленькой Еве полдня надо копать, чтобы получить 1к, а то и целую секунду. Я чего-то не понял вопроса. Сейчас я перекину. Да, ну все, походу эти камешки просто подъеденные были. Мы их... Кстати, хорошо, что мы их сразу просто откусили. Эч... Ага, все, успеваем. Вот как так? В маленькой Еве полдня надо копать, чтобы получить 1 лярд. И то целый день. А то и целый день. В маленькой Еве ты имеешь в виду в мобильной Еве? И в эхо, которое... Привет, привет, Виксор. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но карга больше, меньше суеты. 3 недели на стройку рорки. Заплатил 5 лярдов. Ну, на лярд с лишним дешевле. Ну да, можно и подождать, в принципе, в таком случае. Согласен. Да, у Макинав, да, конечно, побольше карга. Но это, блин, скучно очень. Реально скучно, когда... Когда, короче, ты ждешь... Подолгу. Ну да, можно что-нибудь там подсчитать, короче, можно там с кем-нибудь там зависнуть. Но и уровень дохода прям меньше намного. То есть, если... Ну да, согласен, ты также вырыешь колоссал, просто, допустим, не за час. У меня на колоссал уходит час ровно. Вот если я в соло копаю, вот оровскими стрипами 12 халков. Ну, макинавы, наверное, будут, наверное, часа полтора копать. Тот же объем я, конечно, вытащу. Да даже не, наверное, час 40. Но там разница большая. Она существенная. Ну да, то, что такой пол-АФК режим, согласен. Возможно, имеет смысл. А когда они успели, блин, переэтот? Мы же в рецикле были. Ладно, пойдет. У вас так дешево рорка стоит? Ну да, а чё ей дорого стоит-то? Ну как бы тоже не дешево. Я фит еще докачиваю, мне не к спеху, пусть строят. В эхосе 30 плюс лярда рорка стоит. Ну, я немножко не понимаю, какое применение у рорки в мобильной Еве. То же самое, что и здесь.
Ну тогда вопрос, если то же самое, что и здесь, как бы, как там копать? Ну то есть получается, ты копаешь там в одно окно? Многоконный майнинг там, наверное, нереален, да? Или тебе надо кучу телефонов просто под каждое окно телефона? Я представляю, если у тебя там, не знаю, штук 15 телефонов, да, и ты в каждый тыкаешь пальцем. Ну прикольно, да. Так, давайте рецикл поставим вот так. Блин, что-то тут совсем... совсем начатый колоссал. Уже 4 камешка осталось крайних. Блин, ну конечно, прошлый стрим у меня такое чуть-чуть было разочарование Т2 кристаллами. Я, если честно, их долго так учил. Вот именно с этим вот пониманием, что типа это должен быть буст. Это типа топовая добыча. А по факту получилось, что абсолютно не... как, не юзабельно, грубо говоря, для вот этих целей, да, моих. Может быть, да, если ты, опять же, играешь там в 2-3 лопаты, то Т2 кристаллы, они как бы как-то себя оправдывают. Но, допустим, в многооконном майнинге нет совершенно. А ты экскаватор не пускаешь? Да нет, смысл, на лунах выпускаю, а тут зачем мне в отходы это превращать все? Они просто все Они всю руду, которая вот здесь в камнях будет, они ее просто всю в отходы переработают и все. А ну доход, это же в игре так важно. Но на самом деле в игре важно то, что тебе приносит удовольствие. Ну допустим... совсем от понятия дохода отходить не стоит, потому что... ну, хотя каждому свое. Кто-то, допустим, просто карточкой покупает плексы, и у него всегда есть там иски на пил-пил, да? Кто-то вот, допустим, копает. Но опять же, вот смотри, мы если отойдем от тематики доходности, да? Как мне кажется, надо сделать музычку чуть-чуть потише. Вот так вот. Вот так вот сделаем, да, музычку? Вот так. Вот так. К тематике, допустим, эффективности майнинга, да? Почему, допустим, там стремимся копать там больше, там... даже не для того, чтобы какой-то уровень доходности повысить. Вот, допустим, как я себя вижу, да, в ближайшее, там, допустим, будущее. Я хочу построить себе джамфуру. Я хочу построить себе мазер. Я хочу построить себе много чего, да, каких-то там тоже. Возможно, освоить производство, там, ророк, тех же самых хорок. Ну, то есть, заниматься вплотную производством. И, допустим, если я копаю, грубо говоря, там, тремя лопатками... ну, тот же самый, допустим, там джемпак, джемфуру, я выкопаю материалов для него, да, на постройку, ну, допустим, там, за неделю, да, грубо говоря. Ну, я примерно говорю, допустим, за неделю. А копая 12 лопатами, я вырую там за полтора дня. И то есть, как бы, ну, вот этот момент я тоже, как бы, для себя учитываю. То есть, для чего мне много лопат? Конечно, можно там, вообще не напрягаясь, копать там... ророчка плюс 3 лопатки. Ну, как я, допустим, раньше это делал. Но это просто растягивает тайминги. Иногда хочется просто побыстрее что-нибудь построить. А если мы говорим про титан, о... то там вообще, короче, капец, тайминги будут большие, если мало лопаток.
Так что вот такие вот дела. Блин, мне интересно, я когда буду проводить стрим 24 часа, где столько брать руды, которую копать? Я уже так прикидываю, мы будем в ноль срывать еще и бильты, абсолютно все, в разных системах. То есть я примерно так рассчитываю, что будет что-то в районе 2-3 систем. Так, у нас тем временем остался один камешек. Мы, получается, докопали, да? Ну, что-то быстренько, да, тут прям очень начатый колоссальчик был. Ну, полетим сейчас ларжовый копать. Сейчас все скопаем и полетим бильты копать тогда. Бильты, кстати, в прошлый раз мы копали. На одном из стримов. Не на прошлом, а на позапрошлом. Я пробовал. Там, кстати, тоже нормально, как бы, по руде. Там с бильта бывает, там 150, 200, 300 ты лямов вытаскиваешь. А у нас, как бы, оровские стрипы, мы дотягиваемся практически до каждого кусочка. Поэтому бильты я бы тоже со счетов не списывал. Ну, по крайней мере, на бильтах я и фармлю меркоцит. Потому что его там прям, ну, реально много. Так, что там у нас по сиджу? Я думаю, наверное, можно уже выходить с сиджа. Там арканора, я думаю, немного прям будет. Так, ну мы уже копнули где-то на 230 лямов. Да, но тут прям совсем чуть-чуть. Почему арканор? А, я же не все вытащил. Ну все, я так и думал. Так, вот это сейчас пожмем. Все, что в лопатках есть, тоже скинем сразу тогда. Рорка сейчас сиджа выходит и полетим на ларжовый. Ларжовый соберем. А после ларжового, если не лестница, ничего у нас, типа там и нормуса. Ну, колоссал, понятно, не лестница. Сколько у него там? Часа, наверное, 4, да? 4 или 6 часов он... Тайминг у него после выкопки. Так, давайте соберем депошку сразу. Заберем вот это. Все. Так, сиджа мы вышли. И мне надо подбить ларжовый. Покажи, что за джамфура. Рия. Сейчас покажу. Блин. Архия, по-моему, да? Да. Вот это. Макс, привет. Спасибо за подписочку, присоединяйся. Вот, джамфура, я вот эту вот хочу себе построить. То есть она, как бы, мне очень нужна будет скоро. Ну вот ее построить тоже там делов, короче, с планетаркой и лед, и... Не так это, короче, просто, да, как казалось бы. Так, сейчас я пну секундочку. Ни разу не видел, как ты лед копаешь. А я еще, Денис, еще его не копал ни разу. Будем этот момент тоже закрывать. Возможно, и сегодня, возможно, на следующем стриме. Посмотрим, сейчас пока есть что копать. Ну и лед я хочу покопать, попробовать, как это вообще по доходности. Вот ребята писали сегодня, что... Доходность там близка к лунам, простым лунам. Ну, то есть пониже, чем гравики. Вот. Но так как мне сейчас надо 30 лярдов выкопать для оплаты аков в кратчайший срок, вот, я, наверное, все-таки эту цель закрою. А потом будем экспериментировать уже спокойненько, не торопясь никуда. Ну, это понятно, меня мало кто видит на копке. Привет, если смысл ставить атонор в хайсеке? Если нет, то почему? Прибрейн, атонор в хайсеке имеет смысл ставить. Я ставил. Для чего я ставил? Я ставил в системе 0.5. Я сканил, короче, в этом Галенском спейсе. Очень много системы. Нашел свободную луну.
которая более-менее хорошая. Ну, то есть, не прям совсем говно, но вот что-то не топовое, но среднячок. И так как копать Вельспар было, ну, крайне невыгодно прям вообще, я ставил, получается, Атонорку, добывал эту луну, вот пока там камень с луны подтаскивался этим, блин, как, дрелью этой. Я, собственно, копал бельтики в хайсеке, а потом, как взрывался этот камень, копал, короче, эту луну. Но опять же, это все... Ну, мое мнение таково, что если ты майнер, то тебе надо обязательно ехать в нули. Искать альянс, корпорацию и заниматься майнингом в нулях. Потому что, это... Ты здесь просто будешь полезен, ты всегда будешь предоставлять производственникам руду. Возможно, сам производством займешься. Но суть вот в этом вся, что ты как бы будешь тут полезен. В хайсеке заниматься майнингом очень невыгодно, потому что там нету дорогой руды какой-то. Потому что спилят. Сейчас народ поглон все, что плохо стоит. Ну и спилят, конечно, но это один из минусов. Но у меня довольно-таки долго простояла моя Атонорка. Наверное, даже месяца три. Если да, месяца три это был зимний период. Вот, как бы, ну, тут уже сам смотри. Примерно для чего я ставить, я объяснил. Каких-то прям, ну вот, цели типа, нет, не ставь, смысла нет. Да нет, поставь, я даже просто как бы... Мне не было возможности поставить ее в нулях, но я хотел очень сильно посмотреть, что такое своя цитадель, как она фитится, как она ставится. Я заморочился, для меня это было, наверное, там недели полторы. Все это занимало, я там изучал, искал место, когда поставить, потом поставил, фитил. Это тоже интересно, в этом всем разобраться, в этом всем вникнуть. А бонусы все крутятся, а пусть крутятся, потому что я лечу-то на следующий гравик. Доброго вечера, все четко. Скажи, а глаза ставишь соседки или как? Конечно, ставлю. Конечно, глазки на ноутбуке, в соседочке есть, все. Тоже копаю, но пока что на одной Макинаве. Но уж, но АК уже оплачивает сама. А что на Макинаве, блин, я что-то Макинаву не люблю, если честно. Так, а что тут у нас? А у нас есть мерк. Ну, ларжавый сейчас мы быстро запилим, да? Мы быстро запилим его. Давайте выкинем тогда. А ну сейчас, кстати, посмотрим. У нас отметка 235 миллионов. Сейчас я посмотрю, сколько ларжовые тут. Есть ли смысл его копать? А сколько ты бабла влил в свои лопаты, не считая рорки? Да как-то, знаешь, ну так если посчитать, до хрена. Но это все делалось постепенно, с нафармленных как бы, средств. Куда их еще девать? Где-то в лопатки, где-то под... У меня еще как бы лопатки вопрос не закрыт. Я еще буду их имплантами прям хорошо-хорошо разжевать. Так, давайте депошку сразу выкинем тоже. Депошку. А че оно так сразу не встает? Я же... А, вот, все, пошла в сидж. Все, все, все. Вот эта штука открывается, да? Ну, прикольно сделали, конечно. Я вот тащусь. А сейчас, кстати, заметили. Я раньше не замечал, но вот недавно на големе что-то полетел. Сейчас есть анимация сиджа у голема. То есть раньше я ее не замечал. Сейчас есть. Так, а чё, я Enormous не запустил? А, еще не запустил. Все, так, встали, запустить для себя. Ну и? Вот он. Отлично. Так, а куда он? Ну, как всегда, сейчас лопата, некоторые не дотянутся до него. А я сейчас всех тупо заопрочу до него и все. Так, а...
Блин, вот пару камней, конечно, далековато. А какого лешего они так далеко? И надо было чуть приподняться роркой, конечно. Ладно, хрен с ним. Мы вот эти подберем, а... Те дальние... О! Амбер! Это сейчас отлетит быстро. Давайте сразу, чтобы этот... Глаза не мозолило мне, мы их сразу уберем. Типа объем они не создавали. Я же забыл, тут амберовские камешки, но они отлетают прям вообще за здрасте. Они маленькие. Я точно знаю. В орку-то можно. В орку, а нельзя скидывать руду с лопат? Смотри. Я летаю там много. Прям напрямую в отсек для руды нельзя. Если бы это было так просто. То есть вот смотри, я могу открыть что тут? Открыть могу ангар флота, собственно, и все. А в ангаре флота у меня топляк. Тут нету места. Топляк там этот. И как бы вот этот контейнер, где 250 тысяч кубов. Но это удобно. Я просто в два прогона, в два прохода скидываю с лопат туда. И, собственно, вообще не парюсь. Потом просто один раз оттуда забираю в рорку, уже роркой в отсек для руды. И прожимаю. Ну, как по мне, это, ну так удобнее всего. Так, я все-таки амбер сначала подкручу. Хочу, кстати, посмотреть, что он там по деньгам получается. Немножко, неудачно немножко этот выпал. Контейнер. Далековато. Я ржавый, кстати, еще не копал вот так вот, чтобы прям от и до соло. Но мы, кстати, вот тут в соло его подберем весь. Я думаю, наверное, надо будет и мерк тоже здесь подобрать. Посмотрим, сколько здесь будет получаться. Так, мы, наверное, крайнюю лопатку на дальний камешек я направлю. Она, наверное, его и подберет там за все время. Вот этот, который в 65 километров. У меня стрипы на 64 бьют. Вот, поэтому такая фигня. Такс. А чё, амбер все? Амбер все. Мы все камешки амбера. Амбера или амбера? Короче. Так, а здесь я не открыл он открыть. Угу. Давайте тут арканор будем подбирать. Рорки ангар 40. Да, я им набил. На билтах кара ни писева не беспокоит. Да нет. Ты имеешь в виду карьеры неписевые? Ну, если честно, не встречал ни разу еще. Но даже если приходит дред, вроде как рорка танкует его без проблем. А лопаты я всегда могу отварпать. Что мне нужно, чтобы поехать в нули? У меня в наличии орка и пару лопат. Коветр без кристаллов. Этого хватит? Извини за частые вопросы, спросить некого. Фрибрейн, да? Ты чё, успокойся, за что ты этот, извиняешься? Не надо извиняться, все нормально. В нули ты можешь обратиться к нашим рекрут-офицерам. Если тем более у тебя есть орка, ты хочешь копать, можешь к нам в спейс залететь. Встретим, покажем. Частенько ребята тоже там на рорках. Если у тебя, кстати, чар, который имеет орку, очень как бы полезно, допустим, если кто-то, вот ты смотришь из сокорпов, вылетает покопать на рорке, на топовой, ну как вот у меня. И тебе смысл, допустим, свою
вытаскивать орку, да? Вообще в нулях на орке не копают, это просто вопрос времени, когда тебе сольют. Ты просто садишься тем аккаунтом, который у тебя на орке, допустим, копает. Садишь его на лопату, идешь во флот к рарководу, получаешь бонусы и копаешь. Так частенько бывает. Но если, допустим, никого нету, а хочется покопать парпойку, берешь, фитишь парпойку. Тут, кстати, на стримах у меня есть. Если что, если нужно, в Discord мне чекни. Вот в общий там и в общую. Чтоб я просто не забыл запрос. Я фит скину. И также парпой, если, допустим, два каветера. Ты вполне себе неплохо покопаешь. Причем. Так, все. В нулях я бы вот действительно копал только парпойков. Ну, орка, сколько их я тут уже слил. Это прям, ну, максимально неэффективный корабль в плане того, что дорого стоит и больно сливать его. Ту же самую парпойку ты, если берешь, как бы ее и не жалко, а непись она танкует. По бонусам, конечно, не настолько прям много, как у рорки, но тоже вполне себе. Вполне себе. Орка я копаю здесь в нулях. Меркацит. Так. Чё так мало залочено камней? Копаю меркацит и довольно-таки неплохо. Но я не стою оркой в сидж. У меня получается орка собрана, которая уходит в варп зачастую даже быстрее, чем лопаты. Вот. Я размечаю бильты. Буки, чтобы по прилету там на 44. Ну, короче, на радиус действия этого стрипов хватало. И все. Она бонусы свои дает. Там больше, знаешь, даже как. Не понял, в чем. А, это 65. Там больше даже как просто переносной контейнер, потому что в орке 180 тысяч кубов отсек для руды. И я, собственно, мерк туда весь сбрасываю, я его не жму. Потому что, говорю, встать оркой в сидж, даже если ты как бы в соседней системе видишь там глазки, что никого нету. Но если все-таки придет какой-то цептор, а он прийти он может буквально там за 30 секунд, да? Ты его только увидел, сижат и выйти не успеешь. Он обязательно прилетит, он найдет тебя, и он тебя затаклит. И все, орку твою сольют, потому что никакой системы защиты у нее нету. Вот это вот, кстати, печальная штука. А, стоп, здесь мы жмем просто, потому что это дальний камешек. Вот такие дела. Вот поэтому орка в сидж вставать вообще как бы не надо, а копать ей мерк на бильтах. Что тоже довольно-таки выгодно. И складывать в нее как бы нормально. И, допустим, я вот наполнил 180 тысяч кубов ее полностью. Я просто варпаю на татару. Не докаюсь. И прям так с космоса туда скинул. И полетел дальше по бильтам. Ну, это как бы вот все вот в автомате нон-стопом получается. Все, потом уже на татаре там стоит сжималка. Она мерк жмет. И уже на татаре непосредственно прожимаешь все это дело. И вот так. То есть свои потребности, допустим, для производства я по мерку закрываю вообще без проблем. А кон потом уничтожается или ты его в отсек можешь сложить? А то все это мы пропускаем. Нет, я его сам отстреливаю. Я его могу забрать только фрейтером, а фрейтера у меня тут нету как бы. Но его цена 700 тысяч иск, поэтому в рамках всего добытого, допустим, вообще не проблема. У меня просто большая пачка их лежит на татаре. Я просто перед каждым вылетом штуки 3 у меня помещаются, чтобы вот так без ущерб от объема топлика. Я 3 конта в рорку загружаю и потом просто по мере надобности использую.
Ну, если кончается, никогда не проблема слетать их там и еще взять. Их можно, да, я тоже думал подбирать, но, говорю, подбирать их можно только фрейтером. А, это геморрой такой. Оно не стоит столько просто. Мне проще его, говорю, даже, вот не знаю, БПОшки или там... Самому себе даже их произвести, там, пару сотен, и все. И вопрос закроется на год вперед. Потому что цена там маленькая. Слушайте, ну на Ларжавом тоже камешки такие. Именно вот без Тотар Конор нормально, недолго отлетают. Подскажи, как выгоднее... Привет, это я хорошо зашел. Привет, Верет. Да, располагайся. Наливай чаечек. Так. Скажи. Блин, что-то я запутался. Подскажи, как выгоднее копать в два окна. В два окна копать выгоднее всего под бонусами рорки с каким-нибудь сокорпом. Так, непись прилетела. Давайте непись. Чикнем сразу. Ну, такой респик сейчас быстренько распилится. Я даже не переживаю. Копать под бонусами рорки от сокорпа в какой-нибудь нулевой корпорации. Двумя халками, если лопаты халки не умеют, то двумя коветерами. Это вот, ну, в два окна так. Но если прям совсем не хочется там куда-то вступать, лететь, ну тогда... Для общего интереса можешь парпойку себе качнуть, ну либо орку, да, и копать под бонусами. То есть одна лопатка, ну как бы я, допустим, да я так и делал в самом начале, то есть у меня была орка, я ее качнул, вот, и было две лопаты, то есть у меня три окна было. И был Т1 Сич на орке. И я копал на коветерах. Но это просто даже интересно, чтобы понимание, да, было, как происходит раздача бонусов. Ну, естественно, майнинг-дроны, чтобы орка не просто так, допустим, да, там халтурила. И все, и в таком режиме копаешь, смотришь, учишься. Но именно чтобы эффективно, лучше всего это две лопаты под бонусами сокорп. Подскажи, как совсем новичку стать копателем после Вентуры, к чему стремиться? Ну я же говорил уже, смотри. Собственно, смотри. Так, а что происходит? Я не пойму, почему. Я понял, в чем проблема. Я вот эту штуку не положил. Все. После Вентуры ты садишься на ретривер либо на коветер и начинаешь вот с этого. Если у тебя несколько окон, да, ну я жил, как бы, ну советую хотя бы 4 окна, чтобы у тебя было 3 лопаты и бонусник. Там максимально как бы по-простому будет войти в это все. Если у тебя будет парпойс, ну там он не требовательный скиллам, да, и коветеры. Это уже в принципе может неплохо себя купать. Правда, в нулях, в империи там с этим совсем все тяжело. Но общий вот этот игровой процесс вы поймете. То есть три лопатки тоже уже интересно, уже... Где-то там с контейнером будешь запариваться, уже будешь понимать, что вот бонусник, вот он бонусник и так далее. И стремиться, соответственно, в итоге вот к такому составу, как у меня. Рорка плюс халки. Когда сядешь на рорку, ты просто вообще, ну, кайфанешь от того, что это максимально мобильный корабль для всего твоего флота. В плане каком? Вот я, допустим, сейчас могу там через... Какая-то система, допустим, со льдом, она 10 прыгов, да, от моей системы. Я могу все свои лопаты, весь свой флот пробросить роркой туда. Вот это вот вообще кайф. Я когда об этом узнал, и когда я вот первые разы это сам делал со своим флотом,
Я прям кайфовал от этого. Ну это прям, ну это реально круто. Так, чего-то я заболтался. По-моему, какой-то ерундой занимаюсь. Не все камешки закидываю. Скажи, лучше копать 3 лопаты или 2 лопаты плюс бафы? Ну смотри, с точки зрения доходности, если это будет 2 халка и рорка, то выгоднее копать именно 2 халка и рорка. Ну то есть выгоднее, да, выгоднее бафы плюс непосредственно... Я объясню даже почему. Вот смотри, вот скажи, как лучше, в 3 лопаты или 2 лопаты плюс бафы? Вот ты будешь копать, если в 3 лопаты, куда ты будешь девать руду? Ну то есть даже пусть, допустим, это ретривер или там макинавы. Хорошо, макинава заполнилась, там 30 тысяч кубов у нее. И что, ты будешь постоянно варпать, вот это переварпывать тремя окнами? Берешь орочку, ну если мы говорим про хайсеки, либо там парпойку, там, если говорим про нули. И у тебя есть уже, грубо говоря, штука, которая сжимает руду, да? Ты уже можешь вообще, в принципе, нон-стоп, пока руда есть, там копать, сжимать и так далее. То есть ты, у тебя уже более это длительный процесс. Ты меньше тратишь времени на вот эти все движники, переварпы и так далее. Поэтому, конечно, стремитесь сразу, если вот кто вообще про майнинг, ну, задумывается, либо хочет попробовать... Нужно сразу понимание. Но я и говорил сейчас выше. То есть заводите 4 окна. Один бонусник и 3 лопатки. Это вот самый оптимальный старт вообще, который вот может быть. Поиграйте, поймете, хорошо подходит вам, не подходит. И опять же, вот по ссылочке в описании на ютубе, на трансляции, есть реферальная ссылочка моя. Вот если по ней аккаунт создаете, ну допустим для лопат, там будет 1 000 000 СП бесплатных на аккаунте. Вот, если в принципе его проплотите, то соответственно вы сразу же садите это окно на коветер. Там хватит этот вот 1 000 000 СП, хватает сразу, чтобы вот, ну, буквально сразу же село это окно на коветер. Вот и все. Если на мэне есть там какие-то скиллы, не знаю, на парпойс, на орку, ну, так что нет, зарегайте, вон там триака для лопат. Получителям СП сразу на коветер их посадите и пробуйте. Ну, я прям... Если уже, в принципе, понимание вот это есть, как бы человек интересуется в целом майнинга, то есть он не сразу сказал, да ну нахер, нахер я ваш майнинг, короче, да, топтал. Если такого вот нету, человек задумался, типа, блин, хочу помайнить, это значит вас затянет, потому что, ну, это реально круто. Просто на орке сидишь, запускаешь периодически, когда сжимать надо. Так шансов больше выжить. Блин, ну в нулях, ну вообще не надо копать на орке. Ну есть же парпойс для этого. Ну в чем проблема, я вот это не пойму. Просто парпойс, там, ну, разница в бонусах, но она не прям вот такая, прям что, прям капец существенная. И ты можешь всегда быть в сидже нормально, в принципе, по бонусам. То есть, ну смотри, опять же, если орка не в сидже, то и парпойс в сидже, то бонусы с парпойса будут даже повкуснее намного, чем с орки, которая без сиджа. Вот. А я говорю, если ты там, ну так совпало, что там прилетят тебе и твою парпойку сольют, да и хрен с ней. 200 лямов, что ты там? Ну там ты за... Там, ну какой-то небольшой отрезок времени ты фармишь. Ты даже можешь себе... Просто там, не знаю, на лярд собрать 4 хорошие парпойки. У тебя всегда будут какие-то резервные и вообще не переживать. Пока на рорку качаешься. Ну, рорка, да, это скилловый очень такой аппарат. Надо много скиллов иметь. Чтобы она прям, ну, кайф приносила. Импланты на основном персе какие стоят? Покажешь или секрет? Да нет, не секрет. Сейчас я этот цикл прогоню, покажу. Там медалька и этот... По-моему, кристалл сет, я что-то не помню. Сейчас. А что-то мы уже докапываем, что ли?
Да, тут уже мы почти докопали. Ну, ларджовый как бы тоже имеет место быть. Я думал, прям тут совсем мало будет. А тут даже камешки такие, которые не прям сразу отлетают. Так, а дальний? Дальний, блин, нифига, у меня еще лопата это не подобрала. Ладно. Эти, которые на 65 километров. Мы сейчас, наверное, какие-то даже туда двинем на помощь, потому что я думаю, там она одна не справится так быстро. А, ну вот это копает прям хорошо. Вот это у нас, да? Вот это на дальничок ушла. Все, и тут мы просто прожимаемся. Ну, нормуль. Это может быть больно. Вот эти три лопаты плюс бонус. Это тот уровень, когда подсаживаешься на мультиоконность. Это беда. Денис, ну кстати, да. Ну а ну в том-то и весь синус. В том-то и весь синус. Если ты будешь в два окна, но это не мультиоконность. Это я считаю просто как бы, ну, вообще стандартный вариант игры в его. Как вообще можно там в одно, чисто в одно окно играть, не иметь альта. Я не знаю. Но вот именно мультиоконный майнинг, он начинается именно с три лопаты плюс бонусник. И подсаживает реально вот это вот все дело. Ты уже потом просто, ну, как бы... Я не знаю, как это описать, но это что-то очень мега приятное, когда вот у тебя куча окон, ты этот флот водишь сам. Ты как бы... Ты вот как... Действительно, как... Как какой-то улей, как что-то такое разобщенное, но и целое, да? Ну, это интересно. Я не знаю, как это передать, это надо пробовать. Вот это реально словами тяжело описать. Что такое мультиоконный майнинг? Вы думаете, допустим, если бы это было реально неинтересно, я бы столько времени, да, на это тратил, ресурсов, там, денег. Нет, конечно. Так. Что тут произошло у нас? А, вот все. Давай вот так сделаем. Сейчас, секунду. Братик, вот так сделаем. Все, мы, кстати, подбираем нормально. Мне сейчас переварпывать не надо будет. Как только научился работать с несколькими окнами, ты превращаешься в осьминога и начинаешь наращивать количество окон. Вот-вот-вот. И упираешься, грубо говоря, каждый упрется в первую очередь в производительность своего компа. Потому что когда я только начинал, у меня вот была рорка, получается. Орка и три лопатки. Я когда следующие три лопатки, короче, завел... Чтоб у меня стало 6. Я уперся, что у меня комп вообще не тянет столько окон, как бы там. Вообще там, ну, проблема, короче, для него. Мне пришлось апгрейдить комп. И вопрос, апгрейдил бы я комп, мне его хватало для своих рабочих задач вообще за глаза. Но он не тянул много окон Евы. И вопрос, покупал бы я более мощный комп, если бы, короче, не играл в Еву? Нет. Вот такая фигня. Или там, покупал бы я более мощный комп, если бы я не занимался майнингом? Нет. Я бы фармил там зеленочку спокойненько, там, в одно-два окошечка и все. Ну, вот такая беда. Юр, какой ты пользуешься прогой для окон? EVO Preview. В Дискордик зайди, я ее даже там прикрепил, она там висит. С описанием. Архивчик, который скачать. То есть настраивается максимально легко. И в чем ее еще кайф от этой программули? То, что она ресурсы направляет только на активное окно. То есть вот я сейчас запустил сколько? 13 окон, да, у меня. И ресурсы хавает по факту только активное окно. Вот то, на которое переключено. А все остальные она как-то в фон, короче, кидает. И грубо говоря, у тебя комп вообще не зависает.
Так, сейчас давайте сразу пожму. Если умеешь уже парпойку, сейчас акция 10 дней на 10 плексов. Регаешь 3 ака и через рефералку покупаешь 10 дней меги. И вот твой первый мини-флот. Да, 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 Майн, абсолютно верно. Вот прям читайте, пользуйтесь. Сейчас есть такая возможность попробовать себя в майнинге многоконном. Кто еще не пробовал, там буквально за какие-то небольшие там вложения, да, там 10 плексов на окно, это как бы, я считаю, прям вообще сладко. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. У нас нейтрал. Выходим с Сиджа. Лопату убираем. Так, все, лопаты ушли, слава богу. Ну это у меня глаза в соседней системе. Плюс еще я Intel мониторю, как бы. Это залогиненный чар. Но как бы на ретрибе. Прикольно. На ретрибе. Че, он будет со мной что-то делать? Нет, он улетел. Ну понятно, ему что, ему с Роркой вообще как бы не вариант там чего-то делать. Я извиняюсь, я размыл вам. Херетик. Так, их двое. Ну блин, прилетели ко мне. Бубль раздули. Бубль раздули, да. Но их двое. Ретриба и Херетик. Рорка, да. А сколько горит этот бабл? Ну, они, короче, залогинились, потому что они были разлогинены. Ну да, я пока все понял. Я просто бэпинг пока не делаю, потому что вроде как ничего страшного. Так, ну опять этот прилетел Херетик, еще раз бабл раздул. Да, они сейчас, видать, флот ведут. Так, а что? В DL911 не надо, да, пока? Ну я в бабле, да. Бля, еще кто зашел нам.
Короче, Брутикс пришел, Стилета. Я на Лыжовом. Бля, нет, Брутик, он 130 километров от меня. Они Пурифайером меня пробуют пробить сейчас. Один пока. Да, ребят, я немножко сейчас этот не в ВКонтакте, тут меня затаклили, капец. И это первый раз, что на меня дропнулись. Где Пурифер, Брутикс, Стилета, Немесис. Короче, они потихоньку приходят. Видать, может, с какой-то дырки. Так. Рапира моя. Да не могу я отварпывать, там малек держит ее. Что-то тут какой-то движняк жесткий происходит. Так, сейчас, короче, собирается вроде как флот.
Да-да, я в разгоне, ухожу, ухожу. Включаю варп-двигатель. Все, ушел. Спасибо, спасибо, пацаны, да. Here's the scoop, guys. We're just waiting to make sure the Oracle gets safe. While you're all here, though, if you've never Beehive. Фу, фу, немножко я выдохну. Я немножко прям этот. Первый раз у меня такое, но. Как мы видим, да мне даже не пришлось вставать там в сидж, в панику. Ребята вообще отработали по защите прям очень-очень хорошо. Блин, я линки не выключил, дебил. Так, ладно, сейчас будем пробовать. Включаю варп-двигатель. Да, я вижу, уже погасил бонусы. Я что-то перенервничал опять, блин, этот. Блять, еще бампается. Blops, you can jump to C's. Blops only. Tackle what you can. Only blops, only blops, only blops. Tackle what you can. Так, я, наверное, пока... А хотя зачем? Пусть все висит. Фу! Мне надо посмотреть, что там происходит. Они на ларджовом все. Угу. Там Бихайв пришел еще флот. Короче, буст локала такой хороший произошел. А сейчас что происходит? Зашел Бихайв флот, еще спасение. Но, как видите, я бы покачался, даже если было куча бобров. Я бы успел, в принципе, все это дело засейвить. Ага. Бихайв, смотри, Бихайв вообще быстро прилетели. Фу, капец. Блин, ну это, короче, боевое крещение моей Рорки. Первый раз. Чё там, чатик там... Это, короче, ВХшники, да? Да, это ВХшники. Фу. Так, надо переварить. Все хорошо, хорошо. Это что, хорошие PvP-шеры были, да? Да, мужики, спасибо большое за сейв. Ну там где-то, да, там под 130, по-моему, их. Так, что-то у меня подвисать стало, да? Сейчас, сейчас, сейчас отвиснет.
Я не расклочил, у меня здесь на Ларжавом не было, короче, буки, я сам затупил, надо было прилететь сделать. Она у меня глазками в 5 БТК стояла. Я на 100 приварпал, короче, и просто тупо не успел отлететь, чтоб этот... Ну, херали первый раз, сейчас немножко переосмыслю все, понятно, работа над ошибками будет. Все, принял, да, спасибо. Так, ребят, давайте почитаем. Фу, я прям капец немножко трухнул. Первый раз такое произошло. Так. Давай, не, Бихаев вообще, блин, я прям этот, они всем составом прям прилетели нормально. А там еще, кстати, их еще этот, там еще их походу потихоньку пилят. Да, принял. Я просто наблюдаю, там еще этот наших бьют они. Легиона сейчас, короче, сольют. Ну я, видишь, я когда начали бублить, я же не знаю, что сейчас придет, короче. Я бипинг сделал 911. Ну вот они оттуда сформились и прыгнули. Да, до того они тут пришли. Я написал.
Так, короче, что там произошло? Гангают, да. Ребят, немножко сейчас в себя прийти. Короче, я всегда думал, как будет происходить мое боевое крещение, да, каким образом вообще произойдет. Такл майорки, да, произошло все довольно вообще, как бы я не ожидал. Ну, как бы ты думаешь, что это будет какой-нибудь там приход через другую систему и так далее. А по факту произошло как? Залогинились типы. Прилетела ретриба, повертелась, покрутилась, короче, в этом. В гряде. Улетела, прилетает херетик. И просто дует бубли. И потихоньку заходит там Purifier. Ну, короче, как вот ребята говорят, довольно-таки серьезные ПВПшники. Но как мы видим, сокорпы сформились вообще прям, я не знаю, буквально минута не прошло, они уже прилетели возле меня, крутились, херетик убивали. Я сделал бы пинг в 911. Тоже прилетел бы хайф флот. То есть если бы здесь даже было, допустим, там 100-500, не знаю, бобров, я бы просто встал в сидж, конечно, там начал откачиваться, употребил на коту, короче, качался бы. Но бихай флот они бы спасли. То есть на самом деле хорошо, что произошло именно так. На самом деле хорошо, что это все произошло вот именно в таком формате. Потому что если бы это сейчас было сразу там какое-то там что-то массовое, я бы, наверное, накосячил, растерялся бы и сделал кучу ошибок и, возможно, даже слил бы свою рорку. Но вот такой лайтовый вариант, хотя бы понимание, как это происходит, да. Я первый раз сегодня делал бы пинг в 911. И сейчас общее понимание, да, появилось, короче, как с этим работать. Ну, это интересно, интересно. То есть ты понимаешь уровень взаимодействия, да, всех структур. То есть есть бихай флот. Вы видели, там буст локала был. Ну, их почти 100 человек пришло. Редимеры и факсы. То есть, блин, интересно. Мне, конечно. Так, мне пишут, try to get this scan next time. Все, в следующий раз нужно будет this scan'ом еще прокидывать информацию о типах. Ну, нормально, нормально. В следующий раз буду немножко аккуратнее это все делать, как-то более организованно. То есть я немножко растерялся. Блин, но все равно это прикольно, на самом деле. Чуть не прибили. Я, наверное, молчал, да, все это время? Я даже ничего не говорил. Сделаем в наградах на Твиче звуковое сообщение за баллы. Линки офф. Ну, кстати, да, можно будет. Да ее не били толком. Да, мне получилось лайтово вообще пройти боевое крещение. То есть... Нет, ну, если бы не было ребят, которые бы меня могли спасти, я бы, наверное, немножко приуныл, потому что это было бы действительно... Вы же видели, постоянно дулись бублы, прилетели и ДДшники, и бобры, и они пытались, да, что-то там сделать. Они просто не ожидали того, что столько людей так резко соберутся и соберут защитный флот. Плюс еще зашел Beehive, как бы, ну... Это прикольно. Ты даже камеру не крутил, пипец. Здорово, Юра. Ай-яй-яй. Про то, что молчал, уж ладно. Ну, блин. Ну, сорян. Я не... ПВПшник, для меня вот вообще такие вещи, они...
несколько волнующий. Я просто растерялся. Слушал, кстати, ну, у меня в ушах еще Discord, который вы не слышите. Вот, там ребята мне просто объясняли, что нужно делать и так далее. То есть я слушал команды. Вот, поэтому сорян, что не комментировал это все. Вообще нужно, наверное, практиковать какие-то PvP-вылеты, чтобы я просто так сильно не перенервничал и не нервничал, когда они происходят. Потому что реально я немножко... немножко я переволновался. Так, что мы будем делать? Мне надо восстановить рапиру. Мне надо... Ну, рапирку я сейчас восстановлю. Я еще затупил, я рапиру зачем-то... Видите, блин, надо было сразу, как я на ларж полетел, прилететь рапирой, сделать буку на ларже этом. О, ковер цена есть. Так, ладненько, давайте я сейчас рапирку соберу на втором окне, это в принципе быстренько. Потому что мне по-любому нужно будет... Вот тоже сейчас, хотя сейчас я ее никак не использовал, да? Ну хотя она могла пригодиться, она могла пригодиться. Так, все, сохраняем. О, сколько мне надо? Мне надо чуть-чуть денег. Поздравляю, что Рорку спас. Спасибо большое, спасибо. Блин, но как-то все вообще так произошло. На самом деле спонтанно. Блин. Триста лямов. Фу, что ж делать-то? Ты типы. А как вообще произошло, да? Оказывается, даже это не было логин, как я изначально подумал. В этой системе, в которой я копал, открылась ВХ-шка, и вот эти ребята пришли с ВХ-шки. Они все вывалились оттуда. То есть зашла ретриба, посмотрела. Ага, что вот есть рорка, да? Зашел киретик, сразу начал на мне дуть бубли, и вот они сформировались, то есть ВХ-шки. Опять же, говорит о чем? Что нужно... нужно... сканировать ВХ-шки, если ВХ-шки есть, их закрывать. Короче, какой-то такой момент. Ну вот опять же, была бы эта орка, она бы уже отлетела давно. Орка бы отлетела от даже там трех бобров очень быстро.
Так, я вот думаю сейчас, что нам делать. По топлику у нас все нормально. Нам надо депошку забрать. Так, а я Гека забрал? А, Геки я забрал. Все, Геки я забрал. Нам бы надо депошку забрать. Блин, а я капец, я же ничего не сделал. Вот на самом деле я протупил. Тут реально спасение Рорки чисто благодаря Сокорпам, которые вовремя сформировались, прилетели. Я же даже не перефитил на смарты. Ну опять же говорит о чем, что надо практиковать такие вещи, как-то отрабатывать, как-то это все дело. Но я сейчас даже ни разу не видел, как это выглядит именно вот в процессе, да, таком. Ну будем подтягивать этот момент. Надо, короче, ПВП полетать обязательно. Добрый день, вопрос. Все-таки чем лучше копать, кристаллами или фракционными стрипами? Смотри, отвечаю. Колоссалы, Нормус, Ларш и так далее, лучше всего копать фракционными оровскими стрипами, потому что, как показала практика, Т3 кристаллы, во-первых, очень удобно, что у них короткий рендж, это первое, а во-вторых, они дают очень много отходов. Ну, отходов реально много. То есть если так в соло с колоссала я вытаскиваю где-то ляр 250 с одного колоссала, то копая это вторыми кристаллами, я вытаскиваю ситоном 750 миллионов. Ну то есть на пол лярда ты просто выкидываешь в этот в космос в виде отходов. Вторыми кристаллами можно копать луны. Вот для этого, да. Пит на орку обещал. Давай, да, сейчас задокаемся. Разрешение получено. Блин, ну конечно, я чудом, я не чудом, да, благодаря чисто Сокорпам и вот Бихайву, я ничего не сделал, по сути, только бы пинг написал, да, и ребятам сказал. Нужен тревожный список пунктов, чтобы выскакивал, когда тебя так ли. Да, в целом, да, себе написать прям чек-лист, да, такой, как у пилотов гражданской авиации. То есть, вот если затаклили, все, первое, делаешь бэпинг, второе, смотришь, что там бэпинг, где тебе говорят, куда зайти в голос, заходишь в голос. Третье, перефичиваешься сразу, да, потому что депошка-то выкинута в смарты. И, собственно, мониторишь, ждешь команды и делаешь все, чтобы улететь. Тут получается, как было, что ребята с Акарпы прилетели прямо оперативно, начали ловить херетик, и они все-таки херетик этот зажопили. И благодаря этому, собственно, бубл не раздулся, и я смог улететь. Ну, я был в разгоне. Так, фит на орку. Так как я, смотри, по бельтам летаю на этой орке. Сейчас объясню. Ну то есть сжималка, понятно. Это на всякий случай, если вдруг я прям совсем уверен, что не будет никаких залетных товарищей, да. Обязательно ставится МВДХ и обязательно ставится Target Painter. Для чего? Вы когда в бельт высаживаете, бывает такое, что люди там крутят бельты, да, допустим, и непись довольно-таки злая там. То есть залетели в бельт, выкинули с лопат дронов сделали в ассист к орке. И вот благодаря вот этому Target Painter вы вот этих ассист дронов, которые на себя получили, вы можете ими управлять. Иначе вы просто их не отправите никуда. Они просто будут болтаться и никак не реагировать там, что вас атакуют или там вы кого-то атакуете. Все. Вот в таком режиме. То есть нажали варп, нажали на МВДху, тут же ее отпустили. Как только вот она, цикл ее проходит, орка уходит в варп.
пролетаете, получается, по этим, по бельтам, собираете мерк. А как она наполнилась, прилетаете к Татаре, просто с космоса прям туда перекинули. И полетели дальше по бельтам собирать. Вот такая вот замануха. По поводу Фида, зайти к тебе Дис, написать в личку. Да не в личку, просто куда-нибудь там. Там же чатики есть общие, куда можете писать. А во сколько его конгопаешь? В 13. Получается Рорка и 12 халков. Так, а что ж делать-то? Что ж делать-то? Ну вот, ребята, блин, сейчас мне, наверное, покопать не дадут. Сейчас я летану на этот. Сейчас посмотрим, что у меня там со льдом. Кто умеет, то не умеет. Я сейчас хочу все-таки полетать этих типочков. Так, а депоха влезет в стилетку, нет? И это 13 окон, 1,2 лярда. Да-да-да, так и есть. Лопаты, лопаты с головой, да. Но там у них не сильные. Там вот МХ 103, но вообще в идеале 105 ставит на 5%. У меня просто денег особо не было, когда я их покупал, эти импланты. Вот, но я постепенно переставлю более мощные поставлю. Ох-ох-ох-ох-ох. Весело. Так, давайте что-нибудь какого-нибудь шухернули. Мне надо забрать депоху. А на чем я ее заберу? Я ее сюда смогу положить? Нет, наверное, не смогу. Да лагает это не из-за этого. Это много окон, когда док-ан-док делаешь, она бывает чуть-чуть там по этот. Тринадцать окон, это 100 лям в час на окно. Да, но это копай 12 окон. 13 окно бонусник. Грубо говоря, Халк примерно там 100, где-то 110-120 миллионов в час делает под роркой, под топовой. Так, а что я могу продать? Мне надо чуть-чуть денег на эту рапиру восстановить. У нас смартухи есть МПшные, да? Понятно, спасибо. Да не за что, если что, какие-то вопросы еще есть, обращайся, я подскажу. Так, а депоха... А, нет, депоха 50 занимает кубов всего. Все, я сейчас полечу забирать депоху. Мне надо депоху все-таки забрать. Так, и я хотел проверить. Сейчас. Да не, не, не надо, не надо. У меня есть этот... Есть, хватает просто этот. Не парьтесь, пацаны. Так, мне надо Халк на лед. Вот. И второй айс.
Ice Harvester, все. И Т2, все. Так, давайте сейчас я сохраню по-своему. Ice Т2. Так, и мне надо это закинуть вот сюда, проверить просто, сколько у меня лопат умеет Т2 айсы. А Т2 айсы, кстати, у них требования... А! А, добыча льда в 5, блядь. Блин, ну вот на самом деле тоже, лед самое простое вкачать. Вкачал один скилл в пятерочку, и все, и как бы и в ус не дуешь. Ух ты, тут питом. Нет, я не то скинул. Секунду, что за фигня? Я же сохранил как ты второй. Вот это надо скинуть. Так, этот умеет, короче. Этот. Этот умеет. Этот умеет. А, нет, не умеет. Че он не может? А, он не может что-то какую-то фигню. Он АБшку не умеет, все. Так, три лопатки уже лед у нас могут. Сейчас четвертую проверяем. Че не может? Это херня. А, ну все, получается 4. 4 под лед уже. А я же так вижу, блядь, что я туплю. Все. 5. 6. 7 8 9. Короче, 9 лопаток у меня могут лед. Вот эти новые они не могут. А, нет, могут. Стоп, секунд. 10 могут? Тупо, у меня что, все лопаты могут лед? Слушайте, ребят. Я могу вообще полным составом полететь сейчас, попробовать покопать лед. Ладно, давайте сейчас на ларжовую слетаем. Надо забрать депошку. Блин, я хочу, да, наверное, полетим, попробуем лед покопать. Так, а тут ничего не осталось. Все, я сейчас тоже подбомблю. Да, вот тут меня чуть не зажопили, капец. О, сколько тут вреков-то. А, смотрите, сколько мы их убили. И Брутикса убили, и... Нормально там их постреляли. Блин, я, кстати, трупик Эдика заберу. Рапирочку мою, блин. Ну, нормально там их раскидали. То есть их попытка слить мою рорку закончилась вот этим вот всем.
Че, все, погрузил. Так, полетели. Где у нас на Татаре же, да? Да похуй, закинем сразу в рорку. Так, и надо сейчас подсуетиться, попробовать все-таки покопать ледик. Разрешение получено. Чуть не долбанули мне мою рорку. У меня 9 пласт плюс бонусик, и кроме льда ничего не копаю. Там стоишь на месте и изредка лазер выкидываешь. Ты там часа за 3-4 зачистишь. Ну попробую, попробую сейчас. Меня больше интересует, сколько будет со льда профита. А, 2 триллиарда получается со стероидного болта вот этого. Ну хорошо, это хорошо. Так, все. Что-то я немножко не понял, а почему так много места у меня? Почему так много места в Алексии? Понятно, один мы вот этот сюда закидываем. Я же батарейки не использовал, почему так? А, ну возможно это пляк сейчас закидывал. Давайте-ка, блин, наверное... побольше батареек надо будет туда. Блин, ну мне получается надо еще до хрена, мы 6 лярдов. Мне надо 24 лярда еще копнуть. За 3 дня. Ну по-любому стримчик надо будет устраивать. Большой. Я думаю, может быть сдать вот эту вот всю руду. А, я что еще хотел? Подожди, я хотел еще по капитал. Так, это надо упаковать. Фит. У меня сжималка. Сжималка же должна быть еще на лед, правильно? А я ее умею, нет? Насколько я помню, промышленные... Вот, Capital Ice. Да, Capital Ice. Я его могу, все. Так, все, я умею, но у меня ее нету. Мне ее надо купить. Потому что я льдом не занимался, я ее не покупал. То есть мне по-любому сейчас надо будет. Проходочку туда сделать. Мне надо будет портальчик сейчас одеть, да? Бля, это пля кончается. Короче, надо будет сейчас организационные вопросы все порешать, так скажем. А время уже 1:00. 2 часа стрима. Не, сейчас пока будем собираться, я уже не успею нормально покопать. Давайте перенесем все-таки, наверное, на завтра по этому.
Сейчас попробуем, может быть, что-нибудь придумаем, полетаем, по ПВПшим. Но нам надо собрать рапирку. Тут как ни крути. Сейчас лопатки выгрузим пока. Слушай, вот эти ПВП-шеры никак не отвалятся. Смотри, с системы не уходят и все. По идее, надо дырку закрывать, конечно. Так, теперь для понимания, в чем я допустил ошибки, когда мне затаклили. Во-первых, я вот сейчас вот просто переосмысливаю, да, как это происходило. Первое, я допустил ошибку, мне нужно было сразу через ДПшку перефититься и воткнуть в рорку две смарты. Обязательно, чтобы я мог в случае проброса большого количества бобров снимать ДПС. Второе, я вообще накосячил с рапирой, то есть я зашел в англоязычный мамбл, куда мне сказали все, но я рапирой, я должен был выйти со флота, где моя рорка, зайти в флот Бихайва и вывести рапиру заранее на какой-то спот, то есть... В чем я расслабился? Колоссал мы когда докапывали, спот был у рапиры. А когда полетели на ларч, я тупо не сделал спот. Или сделал и забыл я про него. Ну короче, смысл в том, что я прилетел, варпнул на 100. А хотя у меня должен был быть спот выше ларджа, допустим, на 300-350. Я должен был быть в клоке и, в принципе, да, сообщить ФК Бихаева, что я готов прожечь сына, и редимеры должны были прийти на мою вот эту вот рапиру. Но благо в гунах очень много дядек, которые шарят за ПВП прям очень хорошо. Они сами быстренько сформились, завели свою цинку и пропрыгнули, собственно, редимеры на эту цинку. Вот. Ну... Вот такое боевое крещение. Бывает такое, что где-то там теряешься, растеряешься. В следующий раз, надеюсь, буду немножко по ответственнее к этому подходить. Но опять же, это первый раз. Это первый раз. Так. ДПшку я скинул, что хотел. Мне надо слетать за Ice Harvest. Мне, короче, надо вообще в целом, наверное, что-то на продажу отвезти. Может быть, даже руду. Так, а у меня здесь есть цинка? А, да, у меня есть винтурка цинковая. Сейчас давайте тогда. Так, а я же потом, получается, все равно буду прыгать обратно, да? Ну, в целом, да. Так, я думаю, как лучше сделать. Давайте, наверное, я сейчас... Да, сейчас я пересяду на этот наклон, который под рорку. Первый, ты пострелял нейтрала в соседке. Не-не-не, Валерий, нейтрала в соседке не было. Они зашли через ВХ в моей системе. То есть появилась ВХ-шка. И, собственно, они через ВХ-шку эту зашли. У меня в соседке окошко вот тут вот, ну вот, ну вот, вот тут вот, короче. Я постоянно глазами смотрю. Плюс еще в Intel никто не кидал вот этих людей. Получено. Просто элементарно нужно, нет-нет. Желательно, конечно, все-таки копать с ребятами, которые будут там сканить.
Если бы... А может быть, она уже была ВХ-шка. Я, если честно, вылетал, я даже не посканил. Была сигнатурка какая-то, не была. Они пришли с ВХ-шки. Такие вот дела. Так, все, я же пересветил, да. Genolution сет для раркавода нужен обязательно. И вот эти вот два импа дополнительно. Чтобы ророчка была такая хорошо копающая. Паша Шкатов, привет, привет. Включаю варп-двигатель. Ну, вот она и есть, эта сигнатурка, походу. А, слушай, так я мог сам ее увидеть, да? Вот типа, если вот такая штука появляется... Разрешение получено. Типа, все, какой-то сигнатуры неизвестной, да? Все, тогда сворачиваешься, сканишь ее. Если это ВХ-шка, закрываешь, ну... Надо так и делать. Так, сейчас прыгнем, отвезем руду. Отвезем, продадим руду. О, ну нормально мы так. Алексей Яцишин, привет, спасибо за подписочку. Это у нас пожатая руды на 187 тысяч кубов. Нормально, нормально. На 6 лярдов. О, полечу, да, все-таки я отвезу, сдам. А, так, для этого мне надо, чтобы Эдик зашел во флот. Сейчас я вентурочкой прожигаю индастриал цинку. Отвезем руду. Так, все, циночка зажглась. Завершить гиперпрыжок на Эдика. Упс. Так, а мне вообще надо было на Татару? Ну ладно. А, ну вроде вот она одна, да. Включаю варп-двигатель. Так, сейчас выгрузимся на Татаре руды. Поставим этот контрактик сейчас. На продажу. И приготовим все. Получается, мне надо сейчас
Здесь в 1DQ мне надо будет докупить капитальную айс-сжималку. Купим рапирку. И надо будет, получается, по 2 стрипа на этот. Это мне надо будет 24 Т-вторых айс-харвестера. А вот они есть, кстати, в таком количестве? А все, они есть, без проблем. Все, соберем. 24 соберем. Ну вот. Будем пробовать, короче, получено. Копать лед. Блин, ну я себя немножко чувствую так. Я неправильно очень сделал, на самом деле. Я неправильно немножко сделал. Ой, надо было хотя бы чуть-чуть потренироваться. Надо, короче, потренироваться, как сейвить, да. Как сейвить рольку. Так, ставлю контракт. Три недели, все. Так, все, контракт стоит. Полетели на торговую станцию. Так, при появлении любой аномалии в системе надо добычу сворачивать до разбора. Что это, ВХ или что-то другое? Значит, я все правильно делаю. Спасибо за урок. Да, Валер, вот большая моя ошибка, что я не чекал, вот, грубо говоря, вот на вот этот предмет, да, аномалии. Если что-то вот это появляется, все, сворачиваешь добычу и летишь сканить, что за сигнатура, ВХ-шка, не ВХ-шка. Если ВХ-шка, то, соответственно, ее нужно схлопнуть и так далее. Вот, да. Мог бы получиться горький опыт сегодня. Конкретно потому, что ребята, вот появилась сигнатурка, ВХ-шка, они пришли с ВХ. Они, собственно, дропнулись на меня. Ну, прям вообще по-лайтовому получилось. Если бы прилетели более серьезные ребята, я не знаю, как бы, я бы, наверное, очень сильно накосяковал и, возможно, потеряли бы мы сегодня рорку. Надо практиковаться, надо чуть-чуть общее понимание себе делать, действий, да, я говорю, какой-то чек-лист, что делать, когда происходит такл. В теории я это, конечно, все знаешь, но сегодня как-то вообще я даже не ожидал, что такое может быть. По поводу Т2 Ice Harvester, та же тема, что и с кристаллами. Там 34% отходов, так что считай треть белта впустую. Слушай, а какие тогда эти, ну, Ice надо? Ты первыми, что ли, копать? А чё получается, есть Т1 и Т2, а оровского нету, да? А подожди, может есть? А, ор айска... Бать... Так, стоп, подожди, это получается... Мне надо 24. Умножаем на 208. Мне почти 5 лярдов надо на Ice Harvester и оровские. Не, пацаны, ну... мне надо как бы... Чуть-чуть сейчас на другие цели иски. Да, я все понял. Есть оровский, есть Т2. Нет, но мы пока возьмем Т2, потому что мне надо, говорю, вкопать 30 лярдов, чтобы лопаты оплатить. Потом уже потихоньку мы там за вечер копнем, купим эти оровские айсы.
Они того стоят, да, согласен. Я вот и говорю про простые майнинг-коровские лазеры. Ой, стрипы. Они тоже того стоят. Так, у нас все. Да, ну... Теперь что? Ну, теперь нам только ждать. Чем сейчас позаниматься? Я еще не хочу никуда. Ты можешь и на Т1 копать, у тебя окон столько, что все в целом отобьется. Нет, ну максимально эффективно, конечно, хочется сделать. Да я вообще затупил жестко, я не знаю. Это вот все благодаря Дизелю с Акорпом. Она выжила сегодня, Рорк. Я даже не перефитился, я что-то растерялся, короче. У меня прям ступор такой. Я единственное, чтобы пин кинул. И вот слушал, что пацаны в Дискорде говорят, что делать. Я даже, короче, отбиваться не пробовал. Не, Хаммер, там чуть по-другому было. У меня глазки на ноутбуке отдельно активные, прям я их всегда вижу. И этих слушаю, да, девочек. Но суть в чем? Появилась, короче, сигнатура. Я, естественно, даже не проверял, появилась она, не появилась. И это была ВХ-шка. И ребята, короче, с ВХ-шки сразу залетели. И буквально, ну, тут же, как бы, меня обнаружили, и давай бубли там дуть туда-сюда. Вот. Надо, короче, если сигнатура какая-то появилась, надо сразу сворачиваться и лететь ее сканить, смотреть, что за сигнатура. Ща не можно свапать нейтралы с ВХ пасутся. Извиняюсь, что сравниваю попу с пальца, но 1-2 била ВХ делают 2 мародера. Ну блин, я не люблю ВХ, я уже говорил не раз. Я как бы вообще при слове ВХ немножко теряюсь, потому что я как-то один раз залетал туда, мы как бы посмотрели, и я не поднимаю вот эту систему без локала. Ну, в целом, не мое. Поэтому, возможно, там и 5 делают лярдов там на дредах, допустим, да. Но это не мое. Мне нравится майнинг, мне нравится вот именно то, чем я сейчас занимаюсь Еве. Хотя я говорю, я себе голема собрал, залил его, чтобы прям хорошо был вкачанный. Но на самом деле, знаешь, пофармил я зеленки, попробовал, но не мое. Ну да, больше майнинг как сам процесс. Сам, блин, ну это не объяснить, это надо попробовать. Я уже говорил сегодня насчет этого, что это нужно просто прочувствовать. Такс. Что, ждем тогда, когда мне примут контрактик мой. Сейчас можно... О, ну, кстати, а что у нас такое дорогое тут? У нас тут... Вот, кстати, про Enormous Freight контейнеры. Вот 37 штучек стоит 15 миллионов всего.
Ну, соответственно, один колоссал это один контейнер. Вот 37 контейнеров. Это, грубо говоря, очень-очень много лярдов. Поэтому вообще не надо париться, что там ты их выкидываешь, разбиваешь и так далее. Без майнеров и производственников ничего в этой игре не было бы. Все бы на ибисах. Ну да, в том-то и дело. Что если не будет производственников и не будет такого объема добывающего, да, то, соответственно, ничего не будет. Не будет пиу-пиу корабликов, не будет ни циток, не будет ни титанов, ни мазеров, ничего. Ну тут, конечно, совершенно невыгодно это все продавать. Ладно, подождем, когда контракт примут, там нам все хватит. Нам надо рапиру будет собрать. Рапиру, опять же, я соберу не просто там циновую, а с сетками. Пусть это будет у меня на втором окне, как PUP. PUP рапирочка. Мне надо будет докупить айс-стрипы, айс-сжималку. Так. В целом, наверное, пока давайте я сейчас вернусь свою домашечку. Сейчас я цинку туда проведу. У нас есть големчик. Сейчас, может, чуть-чуть зеленочки пофармим еще. Не, Ванька, пока еще ничего не строю. Не, я сегодня уже с копкой завязал. Она что, как этот, высканил ее, да? Скорхольд, она высканивается же? Она не как аномалька такая, да, простая? А как она резается, я не пойму. А что с ней, кстати, сколько она, получается, в лярдов не лежит? А, она небольшая. А, нет, ну это да, это мало. К сожалению, постепенно убивает производство и добычу. Все идет в ПВП направлении. ЦСП и убивает. Ничего себе не будет. Не, почему, как ты говоришь, что убивает? Просто сюда особо ничего многого не добавишь. Ну, типа, разнообразия какого-то, да? Так, раз, подождите, раз у нас этот, давайте я сейчас сделаю чуть по-другому, чтобы вам тоже было не скучно наблюдать. Я загружу альта на этот. Загружу окошко сюда, чтобы вы видели, как там я что летаю. Apple, привет, дорогой, привет. 1-2 била, 2 мародерка ВХ. Это если тебе кто-то наролил нормальную C5. Расканил ее, выставил глазки, разметили аномальки для фарма. Ну или другой варик. Ты сам живешь с C4, да, я так понял? Эй, ты что делаешь? Не надо ничего делать. Я не туда ткнул, что ли, я не пойму. Больше, если аномальки не скрабили. Так, там, где... Да, короче, тут опять же говорю, теория и практика абсолютно разные вещи. Я вон тоже до последнего думал, что, блин, как же будет круто, если я лопаты все переведу на Т2 кристаллы. Это же будет прям супер показатель в копке и так далее. А по факту что получилось? Опаньки. Сейчас мне яйка, наверное, шлепнут. Нет. Нет, тут летают эти же ВХшники. Слушай, никто, короче, ВХшку это не хлопает. И они тут ишь разлетались, блин. И вот в чем суть-то. У меня была вот диссонанс такой и расстройство. То есть ты как бы в теории понимаешь, что в теории
и на каких-то там калькуляторах, да, Т2 кристаллы это прям круто. А когда ты на практике именно применил, попробовал и понял, что, блин, это такое как бы себе применение, то есть узкое, там только для лун. Потому что есть фракционы оровские стрипы, которые там, ну, реально намного показателей лучше и эффективнее, чем Т2 кристаллы. Очень много намутили с производством, особенно с нахождением минералов. Тританиум, например, надо из импы вести. Да, наличие трита только в хаях поднимает майнинг в хаях. Нет, ну это почему? Это не убивание, это наоборот, скорее всего, я так думаю, когда это вели, еще до сих пор этот процесс не закончился. То есть это все приведет к тому, что в империи каким-то образом все-таки майнинг станет поприбыльней. Да вроде как бы и сейчас даже ребята говорят, что вроде как более-менее нормально уже в импе становится. Но как бы тританиум вообще не проблема здесь. Здесь только крутят зеленки, вот просто в нулях даже вот у наших гуновских. Просто в таком диком количестве она крутится, и причем кто крутит зеленки, они все это дело лутают и все это дело потом репроцессят, поэтому трита в принципе хватает. Какие-то объемы трита, которые не хватает, но нету проблем, логистика налажена. Тут даже... Сейчас, секунду. Даже не надо вести чисто тританиум с той же самой житы, да? А можно же привести уже сжатые и пожатые в Ильцпар там. Ну сколько там, ну за пару дней там штук 100 фур ты привезешь, джамфур, пожатого тританиума здесь где-нибудь по месту, где ты производство какое-то большое там запланировал, ну допустим ты майзер там строишь, да, ты трита привезешь себе без проблем. Ну да, ты какое-то время потратишь, но тем самым ты обеспечишь связь хайсеков и нульсеков. Раньше они были раздрай, то есть можно было абсолютно, живя в нулях, покрывать все абсолютно потребности в минералах. И на мой взгляд, это как бы отрезало хайсек, ну, очень сильно. А сейчас это все как бы между собой связано, и я думаю, это наоборот плюс. Внутри... Ну да, кстати, с конвоев тоже, вот допустим, сейчас я прыгну, я покажу. Сейчас винтурочкой прожгемся. Я надеюсь, эти вот ВХшники, вот эти вот ВХшники, мне винтурку сейчас не лопнут. Все, стопе. Есть какая-то инфа о новых рудах, Этериум и так далее, которые в системах с голубыми звездами спавнятся? Как их быстро искать? Как они спавнятся? Далее? Слушай, да я не этот особо не задавался этим вопросом. У нас просто рядом нету вот этих вот голубых звезд, и я даже не знаю. Надо, кстати, будет поразбираться. А, ты ж... Блин. Все, циночку прожигаем. И полетели. Импа бывала бы бесполезной в плане майнинга, а та хоть какой-то толк копать в хаях. Ну да, да, вот я думаю, ну это как бы очевидно, это была основная цель, да? Получено. Для чего такое разделение сделали? Сколько сжатого велиспара вмещается в индус? Этого на всю Еву хватит. Да нет, на самом деле там пожатого велиспара в фуру
не так много-то и лезет. Ну, просто... Я имею в виду, там не будет прям что-то там, вау. Там Джамфур, это сколько у нее у Рей? Там, наверное, 300, да, кубов? 300 тысяч кубов будет. Ну вот 300 тысяч кубов, ну, наверное, это... Что-то, может быть, в районе там 15 лярдов, наверное, влезет пожатой руды. Ну, это я так, навскидку просто примерно. 373 тысячи, вот. Ну, сколько вот туда, если забить пожатым вильдспаром? Ну, лярдов 15-16 будет, я думаю, не больше. Ну, в эквивалент, да, в исках. Ба была бы бесполезной в плане, это понятно. Шахтеру покупать минералы — это нонсенс. Да не нонсенс. Вот мне, допустим, смысл фигачить куда-то джампами там в этот, в империю. Чтобы что? Чтобы там покопать вильдспар, потом его везти сюда. Вот, смотрите. Получается, сколько тританиума у меня? Тританиума у меня получается на пол лярда. Это парочку конвоев я, короче, хлопнул. И вот с репроцесса, вот я то, что чуть-чуть я покрутил зеленки. То есть 127 миллионов тританиума, да? То есть, как бы, ну я не знаю, этого, в принципе, я думаю, хватит сейчас на какие-то там запуск даже производства какого-то. А если целью задаться, допустим, прям полетать целенаправленно по конвою, да, допустим, то я думаю, можно прям нормально тританиум насобирать. Поэтому, как бы, конечно, в производстве в больших масштабах тританиума можно, конечно, повозить с империи. Даже и нужно, да. Но я думаю, даже здесь на скупку, если поставить этот лут с зеленок, его скупать и репроцессить, да, чаром, который там вкачан в топ в этот, на какой-нибудь татарий с ригой Т2 на репроцесс, то закрываешь ты свои потребности в тританиуме вообще без проблем. У меня Сокорп здесь, вот в этой канцеляции, где мы живем в Делве, он построил титан за 3 месяца. Ну, он, да, он скупал, получается, и лут скупал, репроцессил и так далее, все, но планетаркой сам занимался и так далее. И вот он сам построил титан. Так я и говорю, что простая руда раньше на билтак везде копалась, а сейчас извольте ее закупать в импе. Ну, тем самым сохранили как хоть какой-то майнинг в импе. Ну, хотя даже сейчас, ну, прям, ну, совсем все грустно с майнингом в импе, конечно. Так, чё, полетели на голем, пересядем. А с другой стороны, нахрена мне сейчас на голем, если эти, блин, джекичаны здесь? Мне надо, по идее, сейчас... Ладно, сейчас я в другой джамплон пересяду, а то тут башка дорогая очень сильно. На репроцесс лута не влияет с танка, импы риги... Только навыки, разве? А, на рефайн, возможно, влияет. Ну, я, может быть, что-то так подумал это. Включаю. Если не влияет, то вообще-то как бы проще. Просто скупил репроцесснул и все. Про реакции. Да, Валерий, все будет. И производство. Сейчас просто я чуть-чуть устаканюсь. У меня же не было довольно-таки долго, я был в отпуске все-таки лето. Планы большие, и по планетарочке позанимаемся, и реакции. То есть мы с вами на этом канале вместе построим Рию. Ну, как бы мне нужен джамфрейтер, я очень хочу прям его построить. Именно разобраться все, что вот надо там и с планетарки, и с реакцией, и тому прочее. Это же интересно, мы для этого играем в эту игру. Так, сейчас, секунду. Угу. Ой, сейчас я в другой джамплон перепрыгну. Генерюшн сет, медалька, блин, дороговатая башка получается. Так, а чё, может, мы на праксисе что-нибудь замутим? Что за праксис у меня там? Эх.
Это чисто бильтовый праксис. Обдельный конский налог на репроцесс. Ну, в Делви и условия хорошие, и Beehive флот есть и тому прочее, поэтому, возможно, этот налог того стоит. Готовься газ покупать в больших количествах. Кстати, насчет газа. А почему газ не добывать самому? Кстати, это же тоже, блин, одно из направлений, да, вот этого добычи. Не-не, я на сегодня все. Газом обломись, его в твоих нелюбимых ХВА в основном добывают. У нас, короче, есть Аккорп. Он профессионально занимается вот этим вот именно газом. Есть аномальки, они сканятся газовые, да, и ВХшки. Но тут интересно, что ты берешь, ты можно же также в 12 окон на этих, на Т2-х винтурках, короче. Они... Получается, по ним не попадает непись, если они летают там вокруг газа. Ну, короче, можно попробовать тоже подобывать газ, и это тоже будет интересно, на мой взгляд. Ну, многим, потому что у нас еще столько всего не открытого еще, столько всего мы не попробовали сделать, поэтому... Будем пробовать. Контента еще очень-очень много, который мы не раскрыли, который будем раскрывать. Так. Ну он вакансия. Говорят, это хорошие ПВПшеры. Такие ВКшники, блин, а по сути сейчас полетели. Сейчас я на коврик пересяду, высканим эту ВХшку, попробуем позакрывать ее. Разрешение получено. Я, кстати, на праксисе бывает, нет-нет, залетаешь, просто по бильтам пробежался, там, ну не знаю, там, минут 15, там, 30. И частенько бывает, что конвойчик попадается. То есть вот так тоже потихонечку получаешь ританчик. Надо насканить эту, блин, ВХшку все-таки. А чем вообще ВКшку хлопают? Самый лучший корабль для того, чтобы захлопнуть ВХшку. Какой-нибудь Сигил? Орка. Ну да. А не лучше этим праксисом не лучше будет? Так,
Так, сейчас подзаправим сразу. Так, а что у нас есть вообще у этого альта здесь? Я что-то не понял, где-то какой-то бой идет, что ли, или что? Что за звуки были боя? Так, у меня нету, да, в один. Блин, я все у него, я все от него отвез. Блин, опять они заходят, выходят, бесят, блин. Так, давайте, пробочки вытащили. Снова зашли. Посканим эту сигу. Наблюдаем за типами. Что самое непонятное, почему на них не собрались еще до сих пор. Как тебе гуны, Серафим? Гуны — это самый топовый альянс вообще в Еве. Очень доволен, вообще очень нравится тут. Их организация, как у них все устроено, ну это реально, блин, ну профессионалы. Я стрю, просто они заходят, выходят, заходят, выходят, никто них что-то не трогает даже. Включаю варп-двигатель. Ну, высканился хоть. Ну, вот они туда-сюда, короче, летают, заходят, выходят, заходят, выходят, да? И что мы можем с ними сделать? Оспрей на вишью. Короче, вот эти ВХшники, которые на меня дропались, они что-то прям постоянно выходят, заходят, туда-сюда летают, у них походу фан. И на них особо, короче, никто не этот, не формится. Так, не К-162. Да, К-162. Почему их не линкуешь? Так их уже линковали раз 50. Они уже тут туда-сюда. Я просто здесь Intel почитаешь, они вон весь Intel в них. Но что-то никто на них не формится. Просто даже тупо БТКшку закрыть. Так, а что мы можем сделать сейчас с этой ВХшкой? Мы типа можем зайти туда праксисом и выйти оттуда праксисом, да? Вчера бис в этой системе банк снял два раза подряд. Я знаю, да, я даже с ним переписывался. Но второй раз он прилетел, походу, просто побейтить, потому что там было 11 лямов всего. Залетал бис вчера, видал его, да. Никто не андокнулся, а как бы, ну, по-видимому, я так понимаю, что какие-то ФК именно этим не хотят
заниматься. Я, если честно, не знаю даже почему. Я тоже обратил внимание, что никто не фармился на биста. Ну и вот сейчас даже на эту ВХ-шку вроде как бы должны сформиться, а никто не фармится. Ну вот они туда-сюда заходят, выходят, да, но мне надо закрыть эту дырку, вот я не знаю, что лучше сделать. Давайте линканем в Intel. Что происходит тут? Собери 12 гигов. Фрибрейн, снова я. Ты говорил, что у вас можно покопать, если я правильно понял. Не будет ли проблем, что я ни разу не копал в нулях? Да нет, проблем с этим не будет никаких. Познакомишься с коллективом, да без проблем научат, подскажут, что и как. Нет смысла сражаться на ВХ. Да вот... Так, меня просят, короче, зайти в Beehive флот. И все, сейчас, походу, будут этот. Давайте я со своего флота выхожу. Сейчас заходим в Beehive. Угу. Так, плюсик сейчас ставим. Ура, я искренне рад, что тогда завтра этим займусь. Ты меня прям обрадовал. Давай, конечно, с нашими рекрутерами переговоришь. Все, без проблем. Так, сейчас, секундочку, тут. Ютубчик, неужели вы отвалились? Ютубчик, все нормально? Живем? Так, все, сейчас, короче, мы будем наблюдать, как их будут... Короче, ФК Beehive, это чувак, который сейчас куча редимеров, короче, распоряжается. Он попросил меня сам ФК, короче, вывести на эту вормхол. И вот он сейчас меня что-то расклочил на чем-то. Я так и не понял, на чем он был. И сейчас, по-видимому, у них будет собираться план, как это, короче, все дело налюбить. Давайте посмотрим, понаблюдаем. Интересно все-таки. Сейчас возьму так за жопу. Так, по-видимому, какой-то глюк у меня в чате. Сейчас я переподключу. У меня показывает, типа, ютубчик отвалился как будто. Так, что же будет? Слушайте, а я же могу в Mumble подключиться в Beehive. Давайте-ка зайдем, послушаем. Так, а Beehive. Сейчас Beehive собран где-то, наверное. Окей, да.
Да, тихо, вижу, все, ютубчик, вы вернулись, да, 23 человека. Давайте чуть пока отлетим. Я прям хочу посмотреть, как их сейчас налюбит. А, Джереми на Маршалле. Вот они подошли, короче. Он подошел на Маршалле. А, к ВХ-шке расклочился. Сейчас, короче, по-видимому, они что будут делать? Бейтить? ФК, знаешь, что ты стримишь? Шито вообще без понятия. Вот насчет ФК Бихайва без понятия. Юра, привет. Если не в нулях, то что, где можно покупать? Да блин, ну только в Империи ты покопаешь, либо в Лоу. В Лоу вообще прикольно копать. В Лоу прикольно покопать, там такие большие камни, короче, гнезис и той руды, которая довольно-таки, ну, не дешевая, дороговатая. Давайте повыше поднимемся куда-нибудь туда. Иди хлопай праксисом. Да нет, там сейчас ребята хлопнут. И ВХ-шку хлопнут, и все, кто в ВХ-шке хлопнет, наверное. А, там просто типы, они повылазили с этой... Во-во, Хаунд. Так, Хаунд приходит, да? Чё будет делать Маршал? А, он сразу... Он его расклочил. А, смартит. Он смартит по Хаунду, да? Да-да-да, он смарты включил. Но я так понимаю, тяжело тоже этих ребят. Они, короче, повылазили с этой ВХ-шки и вот тут сейчас по региону летают. И я так понимаю, все-таки их налюбят сейчас. Чему я буду очень-очень рад. Потому что... Капец. Так-так-так, что тут у нас? Меркоцит, привет, дорогой. Да вот, прозевал чуть-чуть ВХ-шечку в системе, где копал. Ребята с ВХ-шки дропнулись, но меня спасли. Ну вот, и сейчас смотрю, как... Beehive Flot вроде как заинтересовались этими ребятами. Alright guys, as of right now I can't fight a new FC, so we're going to be red in about an hour, so we're going to go red at 2100 like usual, unless we can fight another FC. So whatever you need to do to make sure you're safe by 2100. Так, я почему-то Beehive слышу не в наушниках, вот сейчас. 1 hour left? Yeah, 1 hour. А вообще, наверное, ребята, я Mumble вам не буду давать слушать, так что... Так что, сорян, не буду я команды ФК вам в эфир выдавать, на всякий случай. Так, ну Маршал стоит, ждем какую-то активность. Пока можно, кстати, полететь, посмотреть, что там в соседних системах. Опять какой-то жецубой. Это прям, ну прям вообще капец. Кому я что спалил? Ты что? Тут на стриме 30 человек сидит русскоговорящих ребят. Прямо ну, тут я не знаю. Секретная информация как будто какая-то.
Опаньки, смотри, что происходит. Они маршала, короче, лупят. Сейчас должны наши прилететь. Мантикора и Еретик. Раздули две... Так, сейчас, скорее всего, с 5 БТК. Не, смотри, вылазит. Короче, сейчас будут факсы проходить наши. Сейчас вы увидите, как работает бихаб. Смотрите, они, короче, Брутикс, они сейчас хотят долбануть маршал. Они хотят долбануть наш маршал. Сейчас пойдут факсы. Ты нормально они дропнули, стой, брутиксы. На брутиксах решили, короче, маршал. О, Нюмайр, привет. Спасибо большое за рейд. Привет, дружище. Так, все, заходят наши. Наши заходят. Редимеры заходят. Сейчас, короче, смотрите. Сейчас увидите, как эти брутиксы отлетят. Смотрите, жестко. Сейчас брутиксы будут отлетать. Я надеюсь, они не в игре. Они типа, блять, не получилось, да? Ну, одного кого-то долбанули. Сейчас еще одного брутикса. Вы посмотрите просто, сколько зашло. Редимеры, маршалы. И факсы. Факсы на подходе. Если надо будет. Ну, нормально, прям хорошо. Тут вопрос, хочу крейтер, не в честном PvP, тут вопрос в защите систем наших. Тут как бы нефиг сюда лезть. Это тылы. Так, ну все, маршалы уходят, но что-то мало совсем. Так, Юсин... Короче, сейчас собирается флотик, который там на пиу-пиу корабликах поменьше полетит в эту ВХ-шку наводить шухера. Ну, типа, вылезли на маршал тоже, вот тоже, да, момент? Они вылезли на маршал, куча-куча, типа, на брутиксы, всякая фигня. Почему наши мужчины не могут там собраться куча редимеров и не наказать их? Как они так? Они почему-то... А получается, ВХ-шку можно проходить с игрой, да? Не как гейт работает. Я вот, если честно, не знаю. Никогда с ВХ не работал. А, ну можно. Ну поэтому они все убежали. Я просто думал, если на них игра, они не могут пройти... А они, видишь, как только увидели, что маршалы и редимеры проходят, все просто улепетали. А слушайте, забрали? Брутикса забрали. Сейчас что-то еще забрали. Еще один брутик забрали. Два брутикса и мантикорку. Ну и плюс они, когда меня, получается, мою рорку, да, затаклили, тоже там нормально у них, по-моему, шипов 10 лопнуты было. Ребят, всем привет, спасибо за подписочку, спасибо за фоллоу, спасибо за рейд, Нимар, блин, спасибо большое. Располагайтесь. Мы тут сегодня немножко покопали, мне чуть не дропнули рорку, но ее спасли благодаря слаженным действиям моих сокорпов, а также бихай флота гунов. В общем, там была движуха такая интересная. Правда, я себя совершенно неэффективно показал, но потому что это первое вообще было в жизни дроп на меня, поэтому чуть-чуть растерялся. Сделал, ну, все ошибки, которые можно было допустить, я допустил. Но говорит о чем? О том, что любой копатель, любой майнер, да, или любой краб все-таки должен
хотя бы в составе там альянсовых вылетов летать на ПВП, чтобы понимать эти механики и как происходит. А лучше всего проецировать, допустим, как бы моделировать те ситуации, которые могут возникнуть. Вот, допустим, я раковод. Моя тоже какая еще ошибка основная. Я где-то там что-то там вроде послушал, как типа сейвиться и так далее, но нужно провести хотя бы штук 5-6 тренировок с моделированием ситуации, когда, допустим, на тебя дропаются там, что ты будешь делать, как ты будешь перефичиваться, как порядок этих действий, какой-то чек-лист выработать для себя, чтобы четко как бы вот отработать, да, вот то-то, 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 то-то. Ты вот как вот просто за правило вот это делаешь последовательно. Это намного повысит шансы спастись. Ну и просто как бы даже, знаете, я вот такую мыслю имею. Собраться с ребятами, с экорпами. И что сделать? На тестовый сервер зайти. Вот взять ту же самую рорку, собрать ту же самую рорку и попросить, допустим, ребята, кто на мазерах, допустим, или там на что-то дамажном, чтобы тоже зашли и просто поставить рорку в сидж, вот с тем фитом, с которым ты летаешь, чтобы там мазер ее поатаковал, либо там, ну, типа, спроектировал, да, кучу-кучу бобров, чтобы просто почувствовать вот этот ДПС, когда у тебя вот шилда уходит, ты прокачиваешься, когда ты в панику встаешь и так далее, чтобы вот это все... Конечно, можно в бою, когда на тебя дропнулось, там, не знаю, 70 бобров. Если ты как бы впервые это ощущаешь, очень большая вероятность, что ты просто в ступор впадешь, затупишь и сольешь рорку. А если на тестовом сервере вот такие вот смоделировать ситуации, почувствовать этот ДПС, потанковать и так далее, я думаю, это очень сильно повысит шансы при дропе реальном выжить. А тестовый работает разве? А разве нет? Ну хорошо, ладно, не на тестовом сервере. Можно в домашней системе попросить мазеровода где-нибудь там на кипстарчике практиковаться. Короче, суть такая, чтобы попробовать этот ДПС на себе. Почувствовать его, потанковать его и так далее. Ну можно же как-то вот эти вот моменты. Ладно, хорошо, пусть это будет не рорка. Пусть это будет парпойка и какие-нибудь, я не знаю, там, каракалы, да. Ну то есть... Внутри корпорации всегда же вот поддерживает, и ФК это поддерживает, и поддерживают, я думаю, другие ребята. Просто нет-нет собираться там 1-2 раза в месяц, брать парпойки и моделировать какие-то ситуации, которые вот могут происходить. Так, что-то там кто-то будет отлетать? Нет, не успели. Короче, я так понимаю, скорее всего, сейчас в этот вармхол будут заходить и там шухеры наводить. А, против бобров не покачаешься, так как воет бомба. 10 секунд и паника пошла. Нет, смотри, Шито. Тут дропались, получается, сколько? 80 с лишним бобров у нас на Сокорпа. В чем суть? Он, грубо говоря, фитит смарты. И с мартами снимает весь ДПС. И от торпед, и от бомб. Но там фишка такая, что не ЕМ с марты, а, грубо говоря, там дорогие офицерские на разный тип дамага, который, собственно, этот весь ДПС снимает. То есть человек просто даже не вставал в панику, 80 с лишним бобров его долбило. Вот он этими смартами ДПС снял с себя. И дождался, когда... то есть это не в Делве даже было. Он дождался, когда в плот спасения прилетит там гайками, бриджами, там сколько-то прыгов, короче. И даже не вставал в панику. То есть вот тут тоже зависит, да, от фита. Да, это, конечно, дорогой фит, но он жизнеспособный. Если человек еще с опытом, с руками, да, который не теряется и все, в принципе, делает вот там правильно. То есть пока там есть еще батарейки, она может там очень долго жить, эта рорка. Хоть там сколько бобров будет. Потому что весь ДПС с них снимается с мартами. Ну вот, поэтому, ребят, кто вот начинающие копатели, кто там думает, что можно только копать, да нет. Вот, к сожалению, реалии таковы, что если вы хотите копать сейвово, то есть чтобы
грубо говоря, не получилась ситуация, когда вы копаете, а потом раз, вам слили рорку, допустим, а вы там копали эти там 10 лярдов на нее свитом, допустим, там полмесяца. Но чтобы вот в такие ситуации не попадать, нужно все-таки отрабатывать вот эти вот все моменты дропа на вас, чтобы у вас не было ступора, чтобы вы четко понимали, и не только в голове, а уже на практике уже проходили это, да, вот. Так, и сейчас будут сигилом схлопывать дырку, все, я понял. Стоит маршалы на подмоге, все, подогнали сигил, они сейчас схлопнут эту дырку. Ну вот тоже, видите, момент какой, как работает деф в гунах. Все-таки сформился даже бихай флот, который, казалось бы, не должен, да, этим заниматься. Они сейчас на подмоге, да, увидели, что это проблема, что ребята наводят шухеру тут, мешают грабить, там, майнить. Прилетели хлопать дырку. Это даже не... Это уровень Альянса, это не уровень корпоры какой-то там. А что за корпора у тебя сейчас? Да-да-да, вот Меркоцит написала. Министр of Offense. Тикер М40. Блин, ну сегодня мужики вообще меня быстро. Я только сказал там в Discord, что вот меня тут таклят. Бубль раздули. Они буквально даже... Мне по-моему, даже там, не знаю, 2 минуты не прошло. Уже ребята прилетели и рядом со мной были. И в Дискорде меня вели. То есть, что надо делать? Что там, не переживай, сейчас все будет. Там все, давай там пин сделай на Бихайв. В итоге, короче, и Бихайв прилетел. И пацаны этих дикторов всех отстрелили. И я благополучно отварпал. Ну, клевенько было. Да уж, у нас в Скорпе такой слаженности нет. Ну вот я об этом всегда и говорю, у меня там и шорты есть, что М40 тоже одна из самых лучших корпораций. Это такой коллектив, реально сплоченный. Это... Всех приглашаю, всем советую, кто хочет именно к адекватным людям попасть и к интересным людям. У вас там есть места для фарма на мазерах? Ну, фармят на мазерах, да? Я не знаю, что ты имеешь в виду под термином места. Ой, еще сигилов подогнали. Вот все-таки сейчас ее захлопнут. Уже который там? 4-й сигил проходит туда. Кэп Эцер, что ты имеешь в виду под этим... Место для фарма, то есть типа системы святыни там и хавины. Да хватает тут очень много. Просто там для того, чтобы на мазере вкрабить, там тоже не так все просто. Там ряд правил ты должен соблюдать. Не, ну понятно, Меркоцит. Тут ВХшников особо нету. Ну, маршалу стоят, да, на ВХшке. Хорошо. Чтобы фармить на мазере, надо, короче, там ряд требований соблюсти, в сиги войти и, собственно, да, ты фармишь. Но опять же, Для чего эти требования? Для того, чтобы твой мазер можно было, ну, в 95% случаев дропа на него спасти. То есть, если ты эти правила не будешь соблюдать, то, ну, практически мазер не живет от дропа. А какие правила? Ну, это уже этот момент как такой, что вступай в гуны, и там все объяснят. Я, если честно, конкретно эти правила про мазера... прям досконально не знаю, но в общих чертах могу сказать, что должно быть там второе окно с факсом. Что-то там еще надо быть обязательно в Бихайв флоте. Если ты если Бихайв не поднят, то на мазере нельзя крабить. Ну как нельзя, очень сильно не рекомендуется, потому что тебя просто не спасут. Но, соответственно, любой слив мазера для киллборды не очень хорошо, да, альянсовый. Вот, поэтому... Чтобы все было прям хорошо, чтобы никто там никаких замечаний не делал. Там ряд правил выполняешь и спокойненько крабишь.
И если даже на тебя дропаются, если ты все правила эти выполняешь, то в 95% случаев твой мазер спасают. И даже я, будучи в Бихайфлоте на факсе, вот тоже частенько вишу, очень частенько бывает так, что, допустим, там мазер заявляет о проблеме, мы тут же прилетаем, мы его сейвим. Четыре, говоришь, Тимпеста захлопывают дырку. А ну а чё сигилами? Чё, плохо сигилами? Они же почему-то сигилами слопывают её. Так, а чё, кстати? Состояние. Где я состояние посмотреть? А, начала коллапсировать, уже начала коллапсировать. Ну все, хорошо. Сигилы мало весят, ну понятно. Сигилы дешевые, я вот тоже думаю. То есть темпестов прокидывать, а вдруг там на той стороне как бы, ну, не очень будет приятно. Зачем? А прогонять туда маршалы заходить, типа, тоже зачем? Потом, это все-таки Beehive вечеринка, тут как бы их надо тут оставить. Поэтому не самый дешевый вариант, пусть немножко так скажем, дольше он будет, да? Но зато он максимально дешевый, если на той стороне их хлопнут. А он как слопает? Сигил заходит, выходит, да? Заходит, выходит, заходит, выходит. Я правильно понимаю? Для этого на ТПС-ах как Лока, МЖД, Дуал Проб и Бёрст Джаммер с нейтриками. Блин, ну ты, конечно, молодец. Вот ты вот то, что сейчас перечислил, я даже такое сейчас не зафичу, потому что оно мне никогда не надо было. Я не думаю, что ребята там тоже как-то этим озадачились, чтобы у них были обязательно вот такие темпесты. У них есть сигилы, они сейчас простенько хлопнут и все. Если сейчас кто-то оттуда повылазит, маршалы накажут. Ну, как бы, по-моему, рабочая схема. Не вижу здесь ничего такого. Так, а там у нас малек наблюдает. Но он, походу, тут и останется теперь. Хотя он же может и туда пройти. Я просто не вижу, почему сигилы не выходят сюда обратно. Ну, то есть они же, когда проходят, они должны выйти. Это непонятная ситуация. Ну, не пойму я, почему, короче, она до сих пор еще не схлопнулась. А как смотреть? Вот здесь, да, пишется, что, да, она чертой начала коллапсировать. То есть состояние, когда она схлопнется, есть какой-то, не знаю, там, таймер, тикер, какая-то шкала или там что-то такое. О, Джигдо подошло. Они откуда-то наварпывают сигилы. Они как будто они туда заходят, а потом. Я не знаю, что они делают. Почему они не выходят у нее? А, слушай, сигил, ну, ты имеешь в виду, они туда заходят на сигилах, там сигил чикают, убивают яйка, он, короче, появляется в 1DQ, садится на новый сигил, летит и опять убивается, да? А кому написать по поводу вступления к вам? Сейчас напишу. Напиши ингейм... Господи, сейчас, секунду. Смотри, вот этому человечку напиши ингейм, Алекс Гул. Это наш рекрут-офицер. Вот с ним свяжись,
и он тебе уже все объяснит. Либо Анастасия Браун. Вот наши рекрут-офицеры. Либо вот это Мочар Уингейм. Блин, ну, либо Алекс Гулу. А слушайте, ВХ-шка визуально меньше становится. То есть мы когда высканили, она прям большая была. А, ну вот, она получается, да, с каждым проходом она меньше, 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 и в итоге схлопывается, когда совсем маленькая становится. Не нарушена, нарушена, но не начала коллапсировать и в коллапсе. Ну вот это уже начала, да. Я заметил, просто каждый проход, она уменьшается. Я не понял, а что это как так? Подожди. То есть я пишу Алекс Гул, а вам приходят какие-то непонятные смайлики? А почему так? А, какая жесть. Я что-то не пойму, а почему так? Я пишу Алекс Гул, и у меня какой-то выходит этот. Что это значит? Все, схлопнули. Слушай, я что-то прям этот. То есть ник нашего рекрут-офицера, подожди, Алекс Гуль. Выводит в чат какую-то хрень. Так, все, схлопнули. Все. Ребята ушли. Ура! Ура! Так, короче. Ребята, кто майнит в нулях, объясняю самую главную мою ошибку сегодняшнюю. То есть я в целом допустил. Так, сейчас, секунду, я уйду с Бихайва. Я объясню суть. Самая главная ошибка, которая в целом вообще привела к такой возможности, что меня затаклили на рорке, это то, что когда вы копаете, перед тем, как вылететь копать вообще в целом, вот перед тем, как вылететь копать, я это, кстати, не сделал. Вы должны открыть вот это окошко и убедиться, что нету каких-то левых сигнатур. То есть, если никаких левых сигнатур нету, спокойненько летите копайте. Но опять же, нет-нет, кто-то либо сокорпов должен, это там, не знаю, это ваша домашняя система, либо вы. Нет-нет, вы открываете вот это окошко. Если вдруг какая-то левая сигнатурка появилась, невыскненная, да, там вот этот красненький такой крестик, вы просто сворачиваетесь, летите на станку, и пока вы не просканируете, не изучите, что за эта сигнатурка, вы не копаете дальше. У меня сегодня произошла такая ситуация, кто вот только-только присоединился, объясняю, что было. То есть я не посмотрел, есть ли сигнатура или нет, и, грубо говоря, открылась вот так вот ВХ-шка. И ребята с ВХ-шки зашли, быстренько, соответственно, пока там рорка в CG была, ее обнаружили, прилетели диктором, начали дуть бубли, ну и, соответственно, потихоньку сформили с этой ВХ-шки, грубо говоря, попытались каким-то, ну там, моментом мою рорку шлепнуть. Тут именно спасла слаженность сокорпов, они прям... Очень-очень быстро подоспели. Собственно, только благодаря им я сегодня и выжил. Вот такие дела. Поэтому есть куча нюансов. Да. Короче, копать это не просто тупо копать в нулях. Надо много чему еще
пытаться учиться, разобраться, то есть, как я вот и раньше говорил, моделировать какие-то возможные ситуации дропа, пробовать танковать, чтобы у вас, в общем, это не было как бы на дорогом корабле в первый раз, чтобы было понимание как бы на уровне практики, да, что нужно делать, какие предпринимать действия. Это окошко можно сделать маленьким и ввести в уголок и поставить значок показать только сигнатуру. Да. Я вот это и говорю, что вот я, допустим, вы же знаете меня все, вот Паган, да? Сколько вот там, с прошлого года, грубо говоря, ну больше полугода я там копаю в нулях. Но я вот такие вещи благодаря вам узнаю, учусь. И я очень буду рад, если вот начинающие майнеры тоже, которые мой стрим будут смотреть, они тоже вот это увидят и себе в отметочку поставят. Что надо вот это окошко с сигнатурами выводить обязательно и за ним следить. Потому что если открылась ВХ-шка и эта ВХ-шка обжитая, вам обязательно ради фана вылезут с этой ВХ-шки и попытаются вам насолить там что-то сделать. Потому что... Ну, по-моему, люди, которые в ВХ-шке живут, изолированные, для них вот этот вот выход в какой-то там тупиковый ноль сродни празднику, они хоть там чуть-чуть себя выгуливают, грубо говоря, да, и какой-то фан получают. Ты просто оставляешь открепленный окно СИК и скрой там зеленку, и все прекрасно палится, но ты должен понимать, есть два варика появления дырки. Первый, с той стороны нажали варп в ноль к ней. У тебя она появилась. А второй варик, она просто резнулась и пошел таймер, по истечению которого она распечатывается с твоей стороны. Понял. Когда сига появляется, она появляется. Но это тоже так. Неправда, мы везде есть. На ошибках учатся, Паган. Я учусь. Я не могу знать все, но я, по крайней мере, да, стараюсь. Ну, интересненько сегодня, да. Так, что тут у нас? У нас есть Praxis. Ребят, прогнали. Давайте сейчас, может быть, чуть-чуть попробуем конвойчик на бильтах. Я что-то прям вот чувствую, что конвойчик будет. Паган, вспомнил своего ролика под линками. Ну да, ошибки такие бывают. Дорогостоящие, согласен. Включаю варп-двигатель. Тогда вообще жестко, да, вот это вот было. Прилететь на Татару, вроде все, ты успел улететь. Куча бобров в системе, ты стоишь... Тупишь с включенными линками. Прилетают ребята, да? И просто тебя... На андоке татары лопают. Ну это жесть. Есть сигнатуры не открытые. Их будет. Ну, если хорошо, если. Если сигнатура не открытая, по ней как-то могут пройти. У нас же суть какая? То есть, ну, если она не открытая, то есть какой в ней смысл вообще в целом? Ну, то есть, по ней же, значит, никто не прошел, и так далее. То есть, ну и ладно, и... Сейчас попробуем этот конвойчик. У меня такое частенько бывает, что прям по наитию раз. Ой. Комочек резается буквально там на втором, на третьем бильте. Че, по идее, копать надо, но что-то я сегодня перенервничал с этой копкой. С роркой. Я понял, что может все оказаться чуть-чуть по-другому. Включаю варп-двигатель. А, так, еще момент какой. Готовимся же все-таки. Я готовлюсь к стриму 24 часа копки.
И хотелось бы его провести все-таки в таком состоянии, когда мы большую часть копаем, блин, а не летаем. Одну рорку убить сложно, но... Кстати, вот сегодня пока по мне пуляли они, да? Я что обратил внимание, там шилда совсем там чуть-чуть снялась. Я даже, я был не в сидже, я не качался, хотя там, ну, било довольно-таки много типов. Метамарами сделаем. Хороший ресик, кстати. Это на тебя 15 кикимор не падали. А чё 15 кикимор? Ну, я сегодня все ошибки говорю, которые можно было совершить, я их все совершил. По идее, я должен был перефититься сразу в смарты, что я не сделал. Я вот, честно, я не понимаю. Ну вот, да, вот я это называю ступором. Я эту ситуацию прогонял в голове очень много раз. То есть, что я должен делать, если на меня дропаются? Первым делом я вот и депошку стал выкидывать, да? Да они кого-то другого убивали, они в 100 километров от тебя были. Ну, не знаю, возможно. Вот, и в чем моя ошибка, то есть я в ступор, да, встал, хотя вот я в депошку выкинул, я в голове прокручиваю это, что если дроп, мне нужно обязательно перефититься там в эти в смарты, там готовиться там в панику стать, не знаю, короче, ничего этого не сделал, как-то растерялся, возможно то, что очень много... информации и сюда поступает, и сюда. Но опять же, это нужен опыт. Нужно прорабатывать ситуации эти, нужно прорабатывать эти вопросы. Иначе так же, как я, будете тупить. Бояться надо, если линкуют кучу бобров в NPC нулях. Ну да. Да. А скажи, плиз, из руны извлекать из руды? Из руды извлекать минералы? Там, смотри, на не репроцессинг, а рефайн. Рефайн плюс еще есть спецскиллы на рефайн, на, допустим, там на рефайн там Арканора, на рефайн Бестота, еще дополнительные спецухи. Вот скиллы влияют. Есть еще импланты, который улучшает процесс, процент этого рефайна. И еще зависит от того, на какой станции ты рефайнишь. Ну, допустим, на рефайн влияет, допустим, там, Татара, это какие-то вот ее фит. И какие риги стоят. Включаю варп-двигатель. То есть, ну, топовый рефайн возможен только в нулях. Привет, а что произошло? Слив? Hellshadow? Не слив. Был дроп на меня, то есть затаклили, забаблили рорку мою. Вот. Нет, все, спасли, все хорошо. Тут, фу, слава богу. Большое спасибо сокорпам моим. Прям очень слаженно, очень оперативно сформились. Прилетели и Beehive Lord прилетел. Вот, но я просто говорю о том, что я допустил очень много ошибок. Ввиду неопытности и ввиду того, что растерялся. И вот я просто сейчас всем говорю, кто начали, там, допустим, копать недавно в нулях и так далее, чтобы немножко более, как бы, обратили внимание на тренировки. На тренировки и отработку моментов дропов. Чтобы понимать, что нужно делать именно на практике, а не просто в теории. Нет, вот насчет того, чтобы дропались там 150 рил на рорку, без проблем она выживет, если рорка правильно зафичена. Я говорю, если рорка со смартами,
если Рорка именно там жестко утанкованная, если в башке Genolution Set, то она, мне кажется, и больше выдержит. Танковка блобом. Нет, ну и кстати, Бихайв очень оперативно тоже приходит. То есть, если там прилетит 200 рыл, очень оперативно там прилетит 300 рыл против них. Наших уже, которые будут защищать. Ой, так. Меркацы, да-да-да, я вот тоже прям удивился. Ну, не то, как удивился, приятно удивился, такое вот есть, да, что... Я не ожидал, что настолько это оперативно будет. И настолько слажено, что все, ты вроде каждый занимался своими делами. Я сказал, блин, мне Рорку, короче, забаблили. Тут ФК, скорпы сразу, тут, и все, ребята тут же, они как бы, они далеко же были, все как бы по-своему делали. Вот это вот поразило там, насколько слаженность. И, грубо говоря, сделал бы пинг в Бихайв, наверное, минуты две не прошло, как уже, то есть они завели цинку и так далее. Ну, красавчики вообще. Поэтому я говорю, что гуны это топ. Тут все у нас слажено и, ну, реально там вот именно в качестве защиты флота, если вот ты как бы сам не тупишь, то соответственно все будет хорошо. А я что еще затупил? В чем ошибка? Я рапиру слил, да, тоже по глупости своей. Зачем-то в 100 варпнул. Хотя надо было. Так, а кстати, висит у меня яичко. Я забыл про него совсем. Оговорочка по Фрейду. Юра, ты в ПВП летаешь? Я в ПВП, ну, очень редко. И то, видишь, я этот... понятно, у нас есть система папсов. Я ее там отрабатываю. Я в ПВП летаю в составах наших флотов на логистах. Либо на факсе, либо на логистах. Вот, поэтому именно сама механика там, как там откачиваться, ну понятно, что надо просто побольше уделять внимание ПВП. Хочешь сейвов окопать, понимать там, не теряться после там дропа на тебя там, просто нужно ПВП направляющую тоже в Еве подтягивать. Почаще летать. Изучать этот вопрос. В раскладе или отдельно? Да нет, в этом пинги приходят гуновские. По ним летаю. С раскладом я летал, когда в DL6, когда на сервер летали. Ну, летал, да, пару раз. Но так в основном именно с англоязычными ФК. Ну и в составе там карповых вылетов, потому что там вот ребята сейчас... Часто собираются на вылеты. Так, и что у нас конвой-то будет? Нет сегодня? Включаю варп-двигатель. Сейчас пролетим. Сколько у нас тут? У нас тут осталось... Чуть-чуть осталось. 6 бельтов. Пролетим. Если не будет, то... Что-нибудь будем другое думать. Но конвойчик может нареснуться.
Включаю варп-двигатель. Но нет, не оговорка. Я открыл, открыто говорю об этом. Гуны нам сильно малину обломали в свое время. Блин, да мне надо этот. Я понял, там в реке можно подсаливать, но... Кстати, у меня есть ногти здесь, да, на втором окне, прям такой хороший. А слушай, у меня тут и руптура есть, чё я туплю? Я могу и руптурку завести. А давайте как-нибудь, я не знаю, попробуем устроить стримчик, где я буду летать пиу-пиу. Вам бы было интересно такое посмотреть? Именно пиу-пиу абсолютного дилетанта в PvP? Попробовать покемпить, допустим, какой-нибудь гейт на входе сюда. И полетать вообще, может быть, подефать, посмотреть, если вот Intel же мониторим. Там где-то там, видно там, допустим, 1-2 человека. Прям формится и туда лететь. Вот за это обиделся. За что? Что происходит? Кто там обидел? Меркацы, ты чё, за чё обиделся? Не надо обижаться. На обиженных воду возят же, сам знаешь. О, чё, отварпало, да? Да, непись отварпала, это хорошо. Если на бильте отварпала непись, это хорошо. Это говорит о том, что может прилететь... Сейчас чуть повисим. Так, чуть-чуть повисим. Пока в разгончик следующий стану. Обычно, либо Darkblood какой-нибудь... Так, давайте, кстати, с влота выйдем. Нет, уже было. Копай лед, газ, билты. Ну, хорошо. Просто я очень не хочу, чтобы в следующий раз я также тупил... Я не хочу сливать рорку. Хотя, наверное, при наличии резервной такой же, и этим я тоже, кстати, тоже, наверное, буду озадачиться. То есть, если представим так, что у меня есть 2-3 резервные рорки, абсолютно вот в том же фите, вот они просто стоят в доке, да, как вот резерв. Тогда я вообще не буду переживать, если на меня кто-то дропнется. Я, может быть, даже буду хотеть... где-то в глубине, там, чтобы на меня дропнули, чтобы я мог даже какие-то зарубы сделать на этой рорке, там, допустим, там, забрать пару бобров, еще что-то. Ну, кстати, это идея, почему нет? Но при наличии резервной, потому что если сейчас лопнет вот эта рорка, ну, я как бы очень сильно почухаю, потому что у меня не подсоберется сразу там на нее. Плюс надо еще сейчас Аки оплатить будет. Вот, поэтому я чуть-чуть запереживал. Очень неприятно, когда нусечники, тем более один из сильнейших нусечных блоков, ввязывается в разборку между ВХ-коллективами. С Ютуба все сообщения подтягивают. Полностью все. Все-все-все.
Срочно собирай бейтовую рорку, которую не жалко. Вот это будет норм. Да блин, бейтовую рорку надо будет собирать прям, ну, хорошо танкованную, мне кажется. Блин, нет, ну надо, надо будет подумать. Мы, может быть, даже соберем какую-нибудь хорошо танкованную рорку. И тут вот тоже баланс, да, вот как соблюсти. То есть можно же бейтовую рорку собрать там максимально. Так, секунду, давай-ка мы, наверное... Престижную зарядим. Тут надо будет баланс соблюсти. Какой баланс? То есть можно собрать там, не знаю, за 15 лярдов рорку, да? Закончено освоение навыка. Ну, слушайте, у меня скиллок длинненький очень проучился. Отлично. Вот, либо собирать, допустим, там за 8 лярдов, либо за 15 лярдов. Маймазер истаклит. Нет, при наличии резервной рорки, я вам серьезно говорю, я вообще даже не задумываюсь. Я даже где-то буду специально, если нейтрал в системе какой-то даже рядом, я буду стоять копать, чтобы там на меня дропнулись. И именно постоять там, покачаться, в панику включить. Я даже этого хочу. Я почему говорю, сегодня так распереживался, потому что все-таки говорю... Если слил бы эту рорку, я не знаю, мне бы пришлось, наверное, с карточки заводить плексы и покупать так ее за реальные деньги. Ну так, а так, конечно, при наличии резервной, почему нет? Именно и гека там дронами попробовать позабирать этих самых и хаундов, и там и мальков. Ну, то есть, и зарубочки еще получить. Соответственно, пока Beehive флот ждешь. Принимаешь какие-то действия. Я в свое время правил руки на анцелярный Моа. Летая соло, пешком или по филамент. Вот-вот-вот, я и говорю. Есть вот такое прям желание и понимание, что нужно. Вот для чего это нужно? Чтобы просто вот этот вот уровень волнения, вот этот выброс адреналина, который происходит в PvP, чтобы ты просто как бы... Он не был такой прям очень большой. Потому что у меня сегодня прям реально трухнуло. Я прям... Вот адреналин пошел, я... Ну, капец. Потому что я очень редко... Ну, как редко? Я никогда в таких ситуациях не был. И в PvP я в принципе не летаю. Любой PvP для меня это как бы, ну, своего рода стресс, да? Вот чтобы это не было стрессом, нужно на них летать. И желательно полетать соло. А если еще соло получится где-то какие-то победы получить, то это вообще как бы, ну, прям шикардосик. Начни крабить маяки на рорках. Я думал об этом, изучал вопрос. Но вся проблема, знаешь, в чем? У меня нету ни мазера, ни дреда, который бы мог поставить этот маяк. А так, да, идея здравая, потому что... Ну, это такой небольшой, это нехилый фарм. При, ну, очень больших шансах спасения, грубо говоря, да. Ну, можно, кстати, договориться с Акорпами, с кем-нибудь, чтоб мне маяк поставили, да, и просто я пофармил бы. Но у меня второй рорки нет, вот еще тоже проблема. Это надо будет с Акорпами, да, фармить, попробовать так. Ну, даже интереснее, возможно, договорюсь. Ну да, можно так. Блин. Я еще, знаете, что хочу? Я все-таки хочу прям реально попробовать газ покопать.
Но это уже ближе к тому, как будем к производству подходить. Потому что, ну, реально интересно было бы настроить производственный цикл, когда ты практически все сам добываешь. Почему практически все? Я говорю насчет тританиума. Ну, хотя тританиум, опять же, мы можем как добывать? Фармить зеленки на големе, да? Ну или на каре. Я, кстати, кару выучил и мазер выучил с вторыми этими истребителями. Правда, в четверочку все пока, но как бы уже неплохо. Так вот, я о чем? К чему? Для того, чтобы тританиум, да, там пирит, вот это вот все собирать, можно, в принципе, крутить зеленки. И, собственно, собирать лут. И репроцессить его. Тут, кстати, на прошлом стриме кто-то предлагал залить, вкачать вот в мои 12 лопат праксисы на авторакетах. И вот таким флотом фармить зеленку. Ну, я вот так как бы особо не задумывался, но вижу какую-то логику в этом. Почему нет? Здорово, чистишь билты, чтобы потом заехать, а то хочется посмотреть расслабоновый майнинг. Не, Майер, да блин, я уже сегодня не будет точно этого майнинга. Я сегодня уже покопал так нормально, нормально. Мне чуть дропнули на мою рорку, короче, ВХшники. Я чуть стрессанул. Да и у меня уже просто время 3 часа ночи. Включаю варп-двигатель. А если сейчас ну, формить там накопку, это капец. До утра я не успею. Завтра постараюсь на стримчик. Приходи вечером. Я в ближайшее время собираюсь стрим 24 часа майнинга устроить. Я думаю, ты увидишь и точно по майнингу посмотришь все. Так, я вообще сюда полетел конвойчик посмотреть, но что-то конвойчика нету. Поэтому мы сейчас просто полетели посмотреть конвойчик. Дропнется, не дропнется, он что-то не дропнулся. Просто нервишки успокоить. Но главное, типов прогнали. Кстати, типы эти, которые на меня дропались, они ну, в нормальном таком минусе сегодня. Они об меня, получается, 3 БКшки, 2 бобра и что там еще там по мелочи там. В общем, по-моему, 9 было в реков. Убились. И плюс сейчас вот их закрывали, что там, 2 Брутикса, да, и Мантикорку, короче. Ну и плюс, да, закрыли. Ну, в общем, они сюда сунулись. Здесь шипы, короче, полопали свои. И им хлопнули ВХ-шку. Не знаю, сколько там. Ну, может быть, какую-то мелочь нашу пооткусывали. Чего-то крупного они не забрали. Но, с другой стороны... Очень хорошо, и я этому благодарен, что все вот так лайтово произошло. Что я какой-то первый боевой опыт крещения получил именно вот с такими ребятами, которые не особо-то сильно там, ну, могли что-то сделать мне. А если бы это, допустим, была какая-нибудь хурда или пандемики в 150 бобров, я бы, скорее всего, лопнул, потому что, ну... Но теперь зато есть работа над ошибками, я теперь понимаю, да. Ну вот, как говорится, да, всегда надо искать позитивные вещи. Спасибо обстоятельствам, что именно все так произошло. Потому что если прилетели действительно серьезные ребята, было бы, наверное, по-другому. А так зато сейчас уже у меня есть какое-то, да, понимание, как происходит, как прилетает Бихаев, как... Вообще в целом, что нужно делать уже, ну, на практике, да? И в следующий раз, я думаю, я ошибок столько не допущу. Потому что уже будет понимание, что рорка не лопается, как орка. Что она довольно-таки жирный кораблик.
Что нужно просто сообща действовать. Потому что, допустим, я в Бихайв кидаю, да, бипинг. Ребята через 2 минуты прилетают, у них так как бы все, своя движуха. Они при наличии, допустим, вражеского флота большого, они там все отчпокают. Причем впрыгают-то еще и факции. Мне главное дождаться, дожить до Бихайва, потому что факции откачают, пусть там души, то не знаю, 300 бобров будет, но это навряд ли. А уже там редимеры, маршалы всю эту мелочь отстегивают оперативно. То есть как бы задача рорковода не протупить и вот эти вот 2-3-5 минут, ну я так утрирую говорю, да, просто качаться и выживать. Так, ладно, ребята, будем потихоньку сворачиваться. Полетел я на кипчик. Как насчет Смолский Рома? Так тоже страх потери корабля и адреналин раш убирается. Слушай, Смолский Рома, если я правильно понимаю, это когда там, допустим, 5, 10, 15 корабликов сокорпов собираются и летят на хомдев, допустим. Там прилетели нейтралы. Там на ИСС-ку куда-то, мы быстренько в Дискорде собрались, полетели. Ну такое вот я тоже летаю, но видишь, я летаю на логистах. У меня Нейрис, там Васек, Скимик, Факс. И в основном, ну мне нравится, я не знаю, на логистах летать. И там, по-видимому, тоже немножко в другом голова работает. Потому что, как бы, я не участник самой битвы, по сути, да, я там лекарь своих. Да, надо подучить ПВП кораблики, именно ПВПшные, в плане, которые наносят урон. И полетать, да, и с молскейлом, и соло. Просто набить руку, какую-то практику, механику, как происходит ПВП битва. А мы Home Dev не в левы летаем, мы в ПБ. У нас добрая часть карпы в ПБ живет. Там есть своего рода фан, да. Там, как бы, много залетных. Так, ребятки, давайте будем закругляться. У меня уже 3 часа ночи. Всем спасибо сегодня, кто присоединился, кто подписался, кто смотрел, кто комментировал. Всех я вас очень ценю, уважаю. Давайте я заранее объявлю, когда будет стримчик у нас с розыгрышем, потому что все-таки мы перевалили за порог 1000 подписчиков на Ютубе. Это тоже очень круто. Спасибо вам большое за это. Вот. И заранее я, наверное, подготовлюсь и дату объявлю. Это будет в виде премьеры там на Ютубчике. Увидите. Стрим 24 часа по майнингу. Вот я прям очень хочу его провести. Готовлюсь, проведу. И там, блин, посмотрим. Мы там все что угодно покопаем. Надеюсь, все будет без потерь. Ну а на сегодня я закругляюсь. Всех обнял, приподнял до хруста. Всем спасибо, пока-пока и до новых встреч.